всем баш, это блок Speak to Bash. Ну что, дорогие друзья, наконец-таки мы запустили, всех вас рад видеть. Сегодня у нас в программе Плацкаст гости из Speak to Bash. Кратко объясняю, в чем суть. Всех людей я знаю уже по много лет, очень много лет знакомы. А кто они, что они, откуда они, я знать не знаю, поэтому для этого все создавалось. Так что здорово, Димон, здорово, Денчик. Ну что, кто вы? Рассказывайте. Как говорится, хей-хоу, мои друзья, Дима Баш, это блог Speak to Bash, блог о музыке и не только, каждому есть что сказать. Что мы? Спрашивай. Да, давай с себя начнем. Ты сам местный, не местный, откуда приехал? Я сам не местный, я из Тверской области, приехал в Питер в 2002 году. Осенью, как сейчас помню, было, шел дождь, я вышел на Московском вокзале и думал, что я тут делаю. А потом я понял, что я тут делаю. Так а с какой целью приехал в Чистанов? Жить или как? Да, учился? Я переехал просто сюда жить. Не с того ни с сего, что... знакомые друзья? Нет, у меня здесь не было ни друзей, ни знакомых. Я переехал сюда с другом. Была такая ситуация в том плане, что мне нужен был город, где можно развиваться было творчески, потому что на тот момент я писал музыку, писал текста, много что делал, и вот и думал, почему бы и не Питер, и переехал сюда. Писец. Как так? А учился ты на кого-нибудь или что? Конечно, у меня первое образование — это техник-программист, я программист изначально, а второе образование — это менеджер управления персоналом. Ну, как и я, так. По сути. Как управляется. Никак. Понятно. А родители там? Все там, да. Потом родителей у меня уже нет. Я, можно сказать, один. У меня только осталась сестра и племянник, больше никого. А у тебя что случилось? Ну, родители умерли. Вот. А остальном я не хотел бы об этом говорить. Я понял. Сорян. А там сестра там, да, все живет в Твери? Да, все там. Ну, это не Тверь, это Тверская область. Это, можно сказать, самое ближайшее, что ты, скорее всего, знаешь, это озеро Селигер. От озера Селигер где-то примерно 40 километров. Небольшой населенный пункт на 15 тысяч человек. Это с козами. Ну, такой себе провинциальный небольшой городок, где ничего никогда не происходило. И так, не происходит до сих пор. Так, окей, а сюда приехали, в квартиру уже все снимали или так на бум, спонтанно? Ну, по большому счету на бум приехали, потому что как ты выходишь с Московского вокзала и говорит тебе, квартира, комната, кому что нужно, кому что нужно. На тот момент, когда я сюда переехал, были деньги, вот мы с другом переехали и сняли. А зарабатывал ты как? Подожди, я тебе скажу, первый раз, когда мы сюда приехали и сняли комнату с другом, как думаешь, что произошло? Нас кинули. Стандартная схема. Да, с нас взяли за 2 месяца проживания, плюс агентские. На тот момент это было, не знаю, может, где-то примерно 50 тысяч рублей. Но это была половина наших денег, сколько у нас было. Ну и чего, мы сняли комнату, приехали туда. И вечером пришли уж хозяева квартиры и нас ментами выгнали. Пиздец. Это было в Автово, где-то 12 часов ночи, осень. И нас просто выгоняют на улицу. И бабки, да, как обычно? Нет, никаких бабок, ничего. А что сказали, с какой целью, типа? А на тот момент же в Питере тогда была регистрация нужна. Это то есть, типа, ты находишься в какой-то количестве регистрации. Почему нужна? Да она и сейчас нужна. Нет, сейчас не нужна. Сейчас тебя не останавливают на каждом углу и не говорят, чувак, где у тебя регистрация, где твоя прописка? Тебя хоть раз останавливали? За последние там лет 10. Да меня по этому поводу, да я не помню, нет. А в 2002 году и далее там постоянно. Что у тебя сразу останавливали? Сейчас останавливают только не русских. А нас останавливали постоянно тогда. Не, ну меня тормозили, когда там ты с пиратской станции идешь утром. Красивый. Не, у меня была проблема как-то, когда паспорт меняешь, они же пробивают, типа, где ты находишься и как долго. И вот меня штрафанули. Я когда менял там в 21 год или когда там паспорт, я прихожу в регистрационный стол или куда там, и они мне такие говорят, а где вы, типа, проживаете, где вы были все это время? У меня регистрация полгода как закончилась, и ты можешь находиться не больше 3 месяца. Они мне впаяли штраф, типа, там, что-то 3 рубля или что-то 2,5, я не помню. Ну ты не сидел. Но я не сидел. На бутылке точно. Ну так и что в итоге-то? Ну что в итоге-то? Раньше регистрацию спрашивали везде. Если у тебя нет регистрации, либо ты даешь просто взятку, как обычно. Ну либо, я не знаю, что было бы, либо. Потому что мы всегда давали взятку. А что стоило? На те деньги, 2003 год, не знаю, может, рублей 200-300. Сколько было на самом деле? Ну я понял. А после пиратской станции обычно брали до.
А не после. Да, на выходе с метро. Да, 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 да. Я там частенько сидел, особенно на спортивном, вот эти футузки в этой. Там выходишь сразу же наряде стоит. Да, было такое. Могу сказать себе. Ну давай, рассказывай. Как ни странно, сколько я хожу лет на рейвы и на все вечеринки, все такое. Тьфу, ни разу нигде в никаких нарядах не сидел. Участвовал во всяких маски-шоу, даже выносил в мешках трупы, но нигде никогда не принимали. Нигде никогда не принимали, не сидел так. Повезло тебе, я постоянно аккуратно провод. Один раз попался, да, когда я был диджеем, это был 2009 год, на восстание метро меня поднимался, у меня была целая сумка пластинок, там пластинок на 30-40. Мне остановили наряд, типа, здрасте, куда едем? А я ехал тогда на гастроли Череповец. Он говорит: о, диджей, я, ну, стопудово что-то везешь с собой, давай искать тебе. И они открывали каждую пластинку и искали там что-то. И на это потратили часа два. Хорошо, что я с запасом ехал на поезд. Ну, что-то мы далеко, кстати, убежали. А ты учился в этой школе там на инструменте каком-нибудь? Конечно, у меня было три класса балалайки закончено на музыкальной школе. Да ладно, балалайка вообще мощь. У меня-то батя балалайшник у нас же там. Как пьянка, так это. Не, как пьянка у меня сейчас не балалайка. Балалайка медведи. А что еще на кого? Ну, в школе я только балалайщиком был. Ну, я нигде не выступал никогда. Но дело в том, что в девятом классе, когда мне был девятый класс закончил, наступило лето, и ко мне подходит мама и говорит: слушай, Дима, тебе пора уже зарабатывать какие-то деньги. Вот у меня есть подруга, она директор местного дома культуры. У нас местный дом культуры, который находился в центре нашего города. Говорит: у тебя много музыки разной, а я много музыки собирал, у меня было много кассет, наверное, штук 200, либо 300. А что слушал? Acid House, техно, русскую попсу. Но драм-бейса не было еще, да? Нет, драм-бейс появился только в Питере, я не могу тебе сказать. Это какой год был у тебя? Это был 97-й год. Ой, какой 97-й. А тебе лет сейчас сколько? Много. Ты за 40 уже, что ли? Да, уже 40 плюс. Но, ну конкретно сколько? 42. 42 уже? Да. Бать. Прикинь. Ну да. Вот. И в 95-м году, как раз вот, когда мне мама сказала, говорит, типа, деньги зарабатывать, у меня как раз есть подруга, у которой директор ДК. И ты, у тебя много музыки, давай ты будешь там диджакеем. Ну, типа, музыку будешь ставить на дискотеках. А ну, чтобы вы представляли, район, это город района, туда в дискотеку приезжало примерно 700 тысяч человек. Потому что всего района приезжали. Что такое было тогда, был диджакеем? То есть, ты ставишь музыку, тебе дают микрофон, и ты говоришь такое: а теперь эта песня будет звучать для Ленки Соколовой из такого-то района. Вот. И тебе, когда пацану 15 лет, и тебе такое говорят перед толпой там 500-700 человек, что бы ты сделал? Да хер его знает. Я пиздюком еще был в то время. Это, ну, неважно. Представляешь, тебе 15 лет. Вот, и тебе дают микрофон: чувак, объяви песню для Ленки Соколовой перед 500 человек пьяных людей. Да ну, ты что, я в 15 лет был вообще ни слова, ни полслова. Я вообще как бы, вообще там такой был. Знаешь, как мне посоветовали выйти из этой ситуации? Бухни, чувак. Ну, так я не бухал, не курил вообще. Я спортсменом был до гроба костей, как бы. Так и выходим из этих ситуаций до сих пор, да? Вот. Если бы я тогда не подбухнул, мне вообще, мне давали микрофон, и я не знал, что мне сказать. Передо мной 500, там 500 человек стоит. А причем у нас весь город был поделен, ну, на районы, и у каждого района был свой угол на танцполе. Ну, да, 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 да. Это было сложно. Если ты идешь в туалет, то есть с собой берешь 5-6 человек с собой, чтобы тебе посходить в туалет. Потому что один пойдешь, это точно там прессанут. И у нас был клуб, похож, наверное, чем-то на клуб «Тоннель». Это большая такая длинная труба, сбоку бар. И у нас перед диджеем была такая решетка, точно такая решетка же, как в «Тоннеле». No. И вот, и все через решетку пихали деньги там, кто-то там какие-то, не помню, какие-то деньги пихали для того, чтобы песню поставить для своей девочки. Вот и так это все было. И мне мелкому пацану 15-летнему... Блин, ты заметил, в то время хотя бы бабки были, диджики, да? Хоть как-то зарабатывали. Да, сейчас, я блядь... так зарабатывал. Ну, сейчас вообще. Целое лето я повелся в дискотеке, был самый, наверное, популярный пацанчик в то время. А ник какой у тебя был? Какой ник? Тогда не было такого темы, как ника. Ну, не знаю, точно. Все ли меня звали, как Дима с МСО. Ну, а погоняло было? Как Дима что? Погоняло было? Дима с МСО. Потому что МСО это был мой район. Это что-то меж... Не помню, как расшифровывается уже. Было так давно. Погоняло не было? Да нет, особо не было. У меня вот было камушек. Камушек, почему? Я не знаю, по-моему, это все пошло после того, когда, ребята, я переехал на новый район, тогда, в Рыбинске.
И ребята узнали историю про то, как я три раза падал. Короче, у меня три сотряса было. Вот. Ну. И они, исходя из этого, поняли, что типа, хер меня сломаешь, типа, ну, я головой ударился, типа, там три раза, там четыре. Вот. И они такие говорят, нихера себе, ты, говорит, камушек. Типа, ну что, типа, тебе пофигу, ты живой все еще. И все, и так и пошло. Типа, то есть тебя крепкий. Можно ронять, да? Ну, что крепкий, да, как камушек такой, типа, непробивной. Не помню даже, по-моему, так пошло все дело. Так, понятно. Ну, приехали в Питер, выгнали с квартиры. Дальше так, слушай, подожди-ка, давай-ка мы немножко рельсы поменяем. А ты как здесь появился в Питере? Откуда родители? Вообще появился реактор? Откуда появился Илья Пластик? О, ну это далеко тоже да, забегаешь. Давай сначала вас обсудим, а потом я расскажу, чтобы в смысле не сбиться. Ну, давай. Так, приехал в Питер, кинули выгнали с квартиры. Все такое. Да. А, давай тогда по очереди. Тогда сейчас про Денчика. Как он в Питер попал? Ты сам, я сегодня тоже понял, что ты не местный. Да, да. Но я... Откуда? У меня вообще все пошло от сестры, наверное. Я вот отдам... Откуда приехал? Из Рыбинска, Ярославская область. Это Ярик на косаре изображен там. Самое большое водохранилище в России, Рыбинское. Липецк, я знаю. Рыбинск. А, Рыбинск? Да, второй по области после Ярославля город. А, мне что показалось, Липецк. Вот, да, там Рыбинское водохранилище есть. Ну, такой, больше московский, наверное, город. Там в последнее время стало много москвичей. Вот, но у меня была старшая сестра на тот момент, 88-го года, она, я 96-го. Вот, то есть разница колоссальная такая. И вот она как-то в свое время тоже уехала оттуда, закончила с дипломом с красным. Школу на отлично, вот, и поехала в Питер. Вот, и как-то я приехал к ней еще, будучи, наверное, классе в пятом, учась в Рыбинске, приехал с родителями сюда. И все, я понял, что я влюбился просто вообще безумно в этот город. И сказал себе, все, я поеду в Питер. И в девятом классе я себе сказал такой, надо ехать. Ну, я понял, что 11 классов в жопу вообще. Вот. И сказал родителям, я поехал в Питер. Они говорят, делай, что хочешь, типа, мы тебе добра не даем. Типа, денег не дадим, ничего не дадим. Я говорю, окей, без проблем. Я пошел просто на стройку, там, тогда работал много, каждое лето на стройке. Отработал там что-то все летом. Составил список колледжей, там, куда можно поступить. Вот, и поехал в середине лета, там, заработал там 30 тысяч, там, по-моему, 35. Вот, купил билеты в один конец, приехал в Питер, договорился с сестрой, что я приеду. Вот, вписался у нее, обошел все колледжи. Потом звоню родителям, говорю, вот так и так. Типа, вот, говорю, ну, ваше согласие в любом случае надо. Вот, отобрал тут пару колледжей. Они говорят, ты упертый, говорит, засранец. Приехали, подписали доки, все, поступил. Ну, там, потом... А куда поступил? А я хотел, ну, у меня был Бонч Бруевича и Технический колледж управления коммерцией. Вот, там была юриспруденция и менеджер, рекламный менеджер, короче, что-то типа такого. Mm-hmm. Вот, но мне больше юриспруденция нравилась. И я поступил на платное, 40 тысяч в год там стоило. Вот, и, ну, так случилось, что... Так, попал, ну, маленький человек из маленького города, попал в огромный мегаполис, где куча возможностей, плюс еще старшая сестра со своими знакомыми тоже там начал общаться, разговаривать, и вот меня затянуло вообще вот на тусовки. Ну и все, там, моча в голову ударила, какая учеба. Там, я начал ходить там в Барбару, на Думскую. Ты что, вот, не доучился? А, ну, я первые полгода реально, ну, там, может быть, первый месяц-два ходил, вот, потому что я жил на Коменде, а учеба у меня на Выборгской находилась. И типа, ну, так, ну, не близко через этот весь город ехать. И в итоге я что-то походил, потом стало скучно, и затянули меня тусовки. И вот так вот я оказался в этой всей движухе благодаря своей сестре, вот, что-то у меня тогда уже камера появилась какая-то. Я начал снимать, и все. И вот из этого все пошло-поехало. А вот. Родители там остались, до сих пор там живут? Родители долгое время жили там. Вот. Батя уже давно хотел переехать, то есть очень сильно хотел. Вот. И получается так, что когда на втором курсе мне дали академотпуск, сказали, типа, все, ну, ты не вывозишь, чувак. Вот. Они мне сказали, давай академотпуск, точнее, не на втором, на первом курсе. Я заканчивал первый курс, у меня остались хвосты. И когда второй курс начался, они мне дают академотпуск, я уезжаю на лето. И вот получается, через год, как я здесь отжил, батя решается перебраться, ему предлагают работу. И мы возвращаемся после моего академотпуска зимой уже обратно, и меня восстанавливают на курс. Но я в итоге так и не отучился. Бля, надо было доучиться, чего уже. Так и я пошел на фотографа потом. То есть я когда уже там был момент, когда я понял, что мне больше интересны фотки, видео, я такой думаю, ну... Здесь мне уже напрямую намекают, что типа не потащу, ну не потащу нифига, вот, и в итоге я отчислился, хотел пойти в армию, вот, вообще думал в армию пойти. Подожди,
Так ты поступил-то потом куда? На фотограф или на как называется? Бесплатно, да, на бюджет. Я поступил в оптико-механический лицей. То есть я пошел в военкомат, сдался. А где он находится? Он находится на Выборгской. А, нет, на Лесной. И чему, просто чему ты обучаешь-то? Как, типа, фотографии? Я фотограф, фотолаборант, фоторетушер 4-го разряда. Так подожди, а что такое 4-й разряд? Там максимальный разряд то ли 5-й, то ли 6-й. Вот, их, а 1-6 это что значит? Этих разрядов там вообще, вот такого разряда 5-6, там вообще всего пара-тройка человек в России, которые там на международное, какое-то международное сообщество фотографов есть в России, вот, европейское точнее, и всего 2 фотографа, по-моему, или 3 в них входят. Вот. Понятно. А в школе чем-нибудь занимался и занимался? Кружки какие-нибудь? Да, блин, занимался много чем. И в основном это борьба, танцы, бокс, там бассейн, плавание, там на гитаре чуть-чуть играл. Ну, короче, как у нас, все, что было, то и ходишь, блядь. Да, все, что было доступно, все, чем занимался. А фотками вот у меня отец занимается. Вот, всю жизнь занимался, я что-то как-то там вот гуляли. Ну, вот уже интересно. Он дал мне фотик, я сфоткал, он такой, ну все, типа. Ты будешь фотографом. Да, и пошли у меня, то есть он начал способствовать всячески. Ну, вообще, все это пошло вот благодаря отцу у меня. Потому что, ну, если бы не отец, если бы он там не поддерживал меня всячески, когда мог, там, техника, еще как-то. У меня раньше батя тоже фотками занимался. Я как-то наоборот, вот видос вот этот, бля, не мое, почему, не знаю. Почему? И фотки, да. Не знаю, я и фотаться, у меня телефон, у меня нету фоток, я не могу заснять там, поснимать там тусовку, да, фотать там, знаешь, так, я не знаю. Это главное начать надо просто, ты... Да, ну, у меня и фотки есть, все есть, как бы. А что есть твое? Комплект. Не знаю, играть люблю. Музыку люблю, да. Знаешь, может, я баже, ой, может быть, у тебя батя тоже был какой-нибудь тайный диджей? Батя был ударником в этом. У него группа была в Ростове, они выступали. Он ударник, на балалайке играет, на баяне окончил. У меня как бы вся эта семья по папиной линии. У меня, получается, бабушка в музыкальной школе преподавала, дед на баяне играл, сеструха двоюродная на пианине, у бати группа была, родная сестра на гитаре, дядька стихи там пишет, сказки сочиняет, короче. А ты стихи не писал? А я диджей. Как в анекдоте, на семье не без рода, блин, короче. А у тебя, Димон, как? Ну, а ты решил просто радио сделать, да? Не, с радио-то вообще там отдельная история, там я даже не мечтал. Там все по-другому было. А родители, так я понял, здесь же, да, Денчик, все, приехали, да, все? Да, в итоге я, да, когда вот, ну, у меня мама долго упиралась на эту историю, потому что, ну, сам понимаешь, да, родителям уже 60-х, там уже на тот момент был 5-й, вот, они всю жизнь там в городе прожили, у них хорошая зарплата, хорошая должность, типа, ну, и жили мы там неплохо, вот, и, ну, им очень не хотелось оттуда уезжать. Папа очень хотел, а мама нет. Она сказала, говорит, у меня вот тут, типа, друзья, там папа лежит, там все вот это, ну, как обычно. Вот, и где-то, наверное, 3 года мы с батей тут по съемным квартирам, одна, ну, и вот вторая, 2 квартиры было, мы жили, и в итоге мы сломали маму, она очень сильно горевала. Олег, там, прикинь, да, вот квартира 110 квадратных метров в Рыбинске, одна женщина, она взяла себе собаку, я приезжал когда к ней, она-то все, она же подумала, что, типа, мы ее бросили, ну, типа, она говорит, типа, вы такие вот плохие, я приезжаю, там просто косяки отваливаются, холодильник пустой, ну, что, она на работу с утра встает, собаку берет с собой, там, привязывает к вольеру, там, она на охране сидела и работает, приезжает вечером, поздно домой, и все, как бы, ну, и в итоге вот мы все-таки сломали. Она нашла работу здесь. Продали там квартиру. Ну все, да, продали. Да, и переехали сюда. Все, ну и правильно. Давно живем. Ну, классно, что. Другое дело, что, конечно, это сильно повлияло на мое становление, на мой путь становления в Питере, потому что если бы они не переехали, может быть, все бы было по-другому. Да, ну, конечно, было все по-другому. Я расслабился очень сильно на этом фоне. Я бы, кажется, так же. Я бы, наверное, бухал бы там. Ну, в огороде копался, бля, свиней резал бы. Ну, такой, да, херней, мне кажется. Ну, в Рыбинске, слушай, перебью, а ты, конечно, свинью резал? Да. Ну как это было? Мягко, мягенько. Ты как, куда подходил, слева или справа обычно? Слева получается. Так у нас все хозяйство раньше было. И куры, и свиньи, и в этом. Там самый прикол был, когда уже сюда приезжали, батя уже был здесь. И надо было дома все зарубить. Я там, считай, мелкий был. Сколько там, 14 лет? 13. Топор еще был здоровенный, знаешь, такой он еще, блядь, болтается. Это вообще, я как вспоминаю, как этих кур там, это, рубала кур, до хера было, и там просто кладешь там хрясь, полклюва там отрубил, не попал, там, знаешь, там хрясь, там, знаешь, чисто там рядом с руками там крылья отлить, там, блядь, вообще такая мясорубка была. Чернуха такая, да. Хорошо, да,
YouTube, кстати, забанили сейчас бы это. За жесть. Да. Так что такие дела. Так, Димон, продолжим тогда с тобой. Давай. Приехали вы, выгнали вас из квартиры. Ну, что вы делали, куда пошли? Че, выгнали, мы с корешем потусили всю ночь на улице. А потом поехали в общагу. Начали узнавать, кто из наших общих знакомых здесь учится, кто чем занимается. Нашли девочек в сообщаге и поехали к ним. А, на улице познакомились, что ли? Да нет, с этого, потому что там, откуда я, где мы образование получали, там было много девочек, с кем мы познакомились, и они переехали потом сюда Питер учиться. То есть мы стали искать знакомых, тех, кто учится здесь. И что я сделал? Я просто нашел девочку, вот, познакомился с ней и переехал к ней жить. Понятно. Ну, расстались уже, да, наверное? Да вы уже давно. Это же было сколько? Так, а с музыкой, как драм-бэйс? Кстати, почему я тебе еще про нее хотел сказать. Когда девочке я переехал жить, она меня познакомила с драм-бэйсом. Она дала мне плеер, дала кассеты, а там были записи... Гвоздя какой-нибудь, да? Не гвоздя, там были Storm Crew. Это DJ Groove и DJ Dan. А, да, вот знаю. Именно вот эти записи она дала мне вставить, и я как включил, и я понял, что это все мое, потому что до этого я слушал. Ну, с первого раза, да? Прямо с первого раза, как только зашло, 5 тысяч, 30 тысяч, 5 тысяч, 30 тысяч. Такая же херня. Я первый раз и слышал, мне там доли секунд хватило. Мне доли секунд хватило. Когда чувак включил это, там как раз запись была «Гвоздя», там что-то там шишир, там наша почта была, там пиратская станция, начиналась 3 секунды, я такой, блядь, это что такое, ебать. Вот. Мне сразу крыша поехала, блин. Ну вот это был как раз у меня 2002 год, когда я познакомился с драм-бейсом, и я понял, что это навсегда, как говорится. Но помимо драм-бейса я слушаю много в другой массы музыки. Ну, до этого я слушал группу Nirvana, Metallica. У всех одна и та же история. Всех спросишь, тексты знают. Linkin Park, Prodigy, это у всех начало. Так и в это. Работали на Рогета? Или потом ты фототь уже начал, или как? Нет, подожди, сначала, вот как 2002 год, я познакомился с Drum Bass. Приехали, познакомился. Я спускаюсь в метро и вижу наклейку из pbdnb.ru. Я понял. И я захожу в интернет, забиваюсь pbdnb.ru. И вижу форум по Drum Bass. И, соответственно, пока никого не было там людей, я познакомился на тот момент, когда как раз это было самоостановление из ПБДНБ. Я познакомился с Егором, с Андреем Бураном, с Мишей Риди, с Петей Селектором и многими-многими другими. Всех вот. Знаю. Всех знаю, да. Но это понятно, что ты всех знаешь. Вот, и у нас образовалась команда, которая стала продвигать Drum Bass Massa. Это уже с 2002 года? Да, 2002 год и там и далее. И вот потом у нас был следующий сайт, это Drum and Bass.ru, когда мы поняли, что мы выросли из ПБ. А сейчас у нас Drop the Bass. А играть-то как по клубам, тусовке? Играл же ты, да? Да, где-то с 2007 или 2008 года. Я учился, где играл. В смысле, учился-то я сам по себе. Мы просто купили вертушки. У меня был как это все начиналось. 2005 год, Казантип. Я первый раз приехал в Казантип со всеми, потому что я всех знал там. Гвозди, Мине, Бес и все там. Ну это здесь уже. Ну а познакомился с ними как? Познакомился здесь благодаря сайту spbdnb.ru. Вот, потому что мы делали вечеринки, они делали вечеринки, мы к ним приходили, они на наши приходили. А как придумали это все сделать? Что типа сайт там сделать это все? Типа, сайт там придумал вообще на самом деле это Егор и Максим. Вот, Егор, который... А что на нем было? Я что-то вообще не помню про него. По сайту spbdnb.ru, это была такая вообще история, это был сайт для того, чтобы освещать драму и бейс музыку в Санкт-Петербурге. Там, где был форум, где люди... Был Jungle.ru на тот момент, была DNB-арена позже появилась. Был Jungle.ru, где все тусили, типа джанглисты, где там был про музыку говорили, про движуху, афиши и все такое. Мы сделали сайт с spbdnb.ru, где было только пока что по Питеру, но потом подключился Москва. Был большой форум, то есть там был на форуме была такая ветка форума, где люди обучались музыке, рассказывали свои секреты, как накрутить жирный бас. Была такая тема, как у... Ну, DNB-арена, я тебя помню. DNB-арена потом появилась, после нас уже.
Вот. Так это вы первый, получается, да. Замутили вот этот скот. ДНБ-арену, да. Да, это после нас уже появилось. А бабки вот куда брали? Как вам уже там уже оплачивались на родом, домены, там вот это все это? Как-то все со своих денег было. Но это уже в клубах уже там качали, да, ли? И работал где-то как-то параллельно? Мы, соответственно, работали где-то параллельно, вот. Кто-то работал, у нас была большая команда, и все где-то работали. И все деньгами скидывались, и платили за сервер. А-а-а. И так получалось. Но с вечеринок, я скажу тебе, мы вообще денег не зарабатывали почти. Ну, полей, мы понятно. Заработали, наверное, с одной вечеринки много денег. Это был СПБ ДНБ Awards 2005 года. Кстати, у нас на канале скоро выйдет видео по эту вечеринку. Awards, это вы точно награды раздавали, что ли? Да, что, ты да? Не знаешь об этом? Да я, блядь, и когда? Я Пиздяков же был тогда. Короче, была такая тема. Мы подумали, почему бы нам не сделать такой Awards, как... Это какой год был? Первый Awards был, наверное, 2003 год. Ну вот я только-только сюда приехал. 2003 или 2004 году. Я не помню, какие-то. Вот эта вот память иногда изменяет. Надо посмотреть флера. Вот, и мы делали такую тему, что создали премию. Кто лучше был продюсер, кто лучше клуб, лучше диджей, лучше трек, лучше лейбл. Печатали буклеты и ходили в течение года по всем вечеринкам, давали буклеты просто людям, тусовщикам. Ну вот раньше флайера вообще рулили. Ты что, раньше там флайер получить, это ебать там, блядь, вот. У тебя есть флайер? У нас были буклеты, такие, да, мы в итоге где-то мы в конце года набирали большую пачку буклетов и распределяли, кому давать награды. И делали вечеринку, где присуждали лучшую награду, лучший диджей, например. Там лучший диджей там был, диджей-гвоздь. Мы давали ему там статуэтку такая. А как определяли? Я тебе там, только что рассказал. По людям. По людям, которые раздавали флайера, такие буклеты, где люди стали галочки. А, все. Вот так вот это все было. Голосование. Норм, нормально придумали. Да, было. Бля, в то время уже движуха здесь была, на самом деле, уже. С 2002 года движуха вся появилась в Питере. Когда в 2003 году первая пиратская станция была. Блин, прикольно, вообще красавцы, на самом деле. Сейчас, подождите, парни, 3 секунды. Можете пока поговорить. Ты куда? Ох, меня очень сильно Тоннель тогда заинтересовал. Я когда про клуб Тоннель узнал. А ты был там вообще? Нет, я в эту движуху попал, вот говорю же, через сестру. Она тогда приехала, году, наверное, в 2008, наверное, а-ля 2007. Она тогда привезла. У меня появился тогда первый плеер такой квадратный, понял? Вот с флешкой, типа, вставляешь туда. И я качал музыку, там не помню откуда, Зайцев.нет, знаешь, вот эти да, вот сайты. Да, была такая тема, да. Да, я, короче, тырил музыку, а до этого вообще у меня был телефон, он MIDI только поддерживал, но был диктофон. И я записывал на диктофон треки, короче, от этой всей истории. И мне сестра как-то, наверное, в 2008-2009 году привозит музыку и включает дабстеп. Я такой, ни хрена себе, ну параллельно тогда еще и драм-н-бейс был. Но мне тогда очень сильно залетел именно дабстеп. И я все, короче, я там, она мне флеера привозила, я там музыку всякую у нее тырил. Она приезжала, я говорю, дай флешку, говорю, я у тебя скачаю музла нового. Она же все закидывала постоянно. А дабстеп тогда раньше был такой тягучий, как нефть, да, такой. Да, он очень, не, он крутой был. Сейчас уже такого дабстепа нету, к сожалению. Тогда ну, Skrillex, может, кто-то и делает. Ну да, но тогда только Skrillex там в основном был, Flux Pavilion, Nero вот делала еще. Ну так, узко направлено было. И все, и почему-то как-то вот после дабстепа я, ну, начал драм-н-бейс слушать, смотрю, потом трэп пошел, и приехал в Питер, дабстеп так немножко пожил еще, наверное, годик где-то, и все, и потом на корню зашел. Как думаешь, почему дабстеп умер? Либо не умер? Слишком однообразно. Все. Так, слушай, вот Black Barrel, которому мы брали интервью, вот, он же дабстеп еще пишет. Да. И довольно-таки него, успешно выступает. У него не жесткий дабстеп, то есть у него не такой, у него не пила, не чейнсол, понял? У него вот именно та история, что у него такой эмбиент дабстеп, наверное. Короче, да, если бы не моя сестра, я думаю, наверное, вряд ли бы я вообще про музыку... И херово, на самом деле, уже мутили такие темы в то время. Какие так. темы? Ну, в смысле, награды раздавали уже, сайт, короче, был уже, народ всё, да, узнал. Кстати, вот это был так довольно А почему успешный. Я тебя раньше не знал? А я тебя тоже не знал. Ну, так и меня раньше и не было. Так вот. Я-то еще пиздюк, по сути, был. Это мне всегда такие истории нравились, это когда этот... Сейчас... Это как Прайс там с Бесом, когда разговаривали с ними, они Прайс начал играть в 95-м году, там, в 95-х, что мы уже играли в клубах. Я в это время в первый класс только пошел, чуваки уже играли.
Не, я очень грезил мечтой попасть в туннель и на Казантип. Вот на Казантип пусть даже и остатки я съездил, а вот в Туник так и не получилось. Ты так и не заехал. Да, в Туник я так и не заехал, только вот развален был и все. Ну что, мы продолжаем, да? У нас так, это... Да, у нас все это идет. Ничего, короче, народ... Кстати, а почему у нас чат такой мертвый и никто ничего не пишет? А потому что обновилась, скорее всего, этот. Да? Да. Да, так она обновилась. Было бы интересно пообщаться с тем, кто у нас там. Кто-нибудь. Сейчас там вопрос позадают. Так, а, ну, и ты так же все, тусы вы устраивали, так же все играли, да? Ну, как всегда и было, как ты думаешь, до сих пор так все происходит. Только тусы тебе никто не делает. А почему ты играть-то перестал? Ну, как тебе сказать? Все началось прикол? С того, что... Как 2000... ты фотографом, подожди, фотками занялся? Фотографом я начал так же, как и Дэн. У меня батя был фотограф. Вот, и он меня приучил к фотографии, давал мне свой пленочный фотоаппарат. Вот, я фотографировал на него, мне это, все это нравилось. Вот, и в один прекрасный момент, когда я поехал на Казантип в 2005 году, Егор попросил меня сделать фотоотчет оттуда, с Казантипа 2005 года, потому что у нас в СПБДНБ был основной фотограф, это Дима Мух. Вот. А я просто занимал... Дима Мух, ты вряд ли кто-то его помнит уже. Я даже не знаю, жив он до сих пор, еще не жив. Давно его не видел, не слышал о нем ничего. И в 2005 году я поехал на Казантип, и Егор попросил меня сделать фотоотчет. Я взял просто простую мыльницу, сделал этот фотоотчет, выложил его у нас на сайте. И всем он так залетел, и сказали: чувак, продолжай. И с тех пор я начал фотографировать. Ну, вечеринки и многое-многое другое. Так, а играть почему бросил? А играть... Нет, давай начнем с того, почему я начал играть. Почему ты начал тоже играть? Тоже в 2005 год, когда мы едем с Казантипа, в одном купе мы ехали, я, Степ, там, по-моему, Гвоздь ехал, Зимные. И мы едем домой в Питер, и такие говорят: сейчас мы приедем в Питер, там пару дней потусим, потом поеду в Архангельск поиграю, потом поеду там Череповец, потом поеду еще куда-то. И я так подумал: люди не пишут музыку и куда-то постоянно ездят. Я подумал, почему бы тоже бы не стать диджеем для того, чтобы покататься по России. Тем более у нас такой был ресурс на тот момент, вот, drum'n'bass.ru уже на тот момент уже был. И у меня был друг Андрей Буран, который тоже один из администраторов сайта был. Я говорю: Андрей, давай мы сделаем свой проект, Баш Буран. Он говорит: давай сделаем. Вот, и мы с чего начнем? Нам в тот момент как раз только начиналась музыка на аэрофанк. Только-только начал появился, он только-только начал качать. Мы сделали что? Мы просто купили самый крутой нейропанк на тот момент, нейрофанк, на тот момент, который продавался со всех пластинок. Это было на Juno Records и Chemical Records. Мы купили пластинок, ну, не знаю, штук 30-40, потому что флешек тогда не было, CD тогда не было. И чтобы научиться играть, мы просто купили себе две вертушки Technics и пульт. Бля, откуда бабки-то? Вообще, история, да, это не дешево было, это 2003 год, как бы, бля. Нет, это 2005 год был. Ну, пятый, но все равно никогда дешево это не стоили. То купили, пластинки купили, вот такие купили. Я всегда думал, мысль материальная, что то, что тебе нужно, оно у тебя появляется. Как бабки-то откуда? Мы просто зарабатывали, работали над этим и зарабатывали. Где вы работали? Но. Ну. Об этом, может быть, история умалчивает, но не умалчивает. У меня на тот момент был свой небольшой... У меня был свой небольшой бизнес по автозапчастям. Андрей учился, вот, и потом пошел работать в Алкотель. У него тоже деньги были. Мы, в принципе, на тот момент неплохо зарабатывали. Вот, и мы покупали, вот где-то мод, купили два Техникса 12-10, плюс пульт купили и сотый Пионер. Купили пластинок. Наушники, вот эти Technics тоже крутые на тот момент. И начали тренироваться. И первое у нас выступление, это было в клубе «Пятница», вечеринка SKC, день рождения Тамара, кажется, не помню кого. Делал ее без. И он нас поставил первый раз перед звездой. А, да, ну, ладно. Перед звездой SKC на разогрев. Ну, чтобы посмотреть, как мы выступим. А у нас был такой же образ... Как раньше все диджеи выступали. Это диджей такой, который просто стоит, что-то делает и что-то там что-то крутит. Ну, как такой, ни о чем. Микрофон говорил. Но до этого к нам приезжали Future Proficients. Ну, знаешь такую группу, где... Да. С трубой этот чувак. Да, один с собой, а вот этот диджей, который просто взорвал же танцпол. Был я на их выступлениях, видосы тоже есть. Ну, в Red Club он был, да.
Вот, и мы подумали, почему нам сделать одного такого грустного диджея, а второго типа забористого диджея. Микрофон. Тот, который будет всех веселить. Вот, так я был тот диджей, который всех веселил, а второй диджей был тот, который был грустный. При этом у нас была хорошая подборка музыки, и мы выступили так, что потом бес подошел, Женя Бес сказал, что я, говорит, не знаю, кто здесь был звездой, вы или я, либо он. Заебись. Вот, и с тех пор у нас пошло, плюс наш сайт, нас стали звать сюда, мы много куда съездили. А потом, когда начали города повторяться... А за выступление бабки платили, когда ездили по городам? У нас был райдер, как бы $100, трансфер плюс алкоголь. Нормально. И все. Ну, $100 на двоих. Ну, так нормально все шло же, и что ты это... Так мы устали. Мы устали, знаешь, когда ты приезжаешь... Мы были в тоннеле, играли по понедельникам. Во вторник мы играли в каком-то другом клубе. Среда у нас был выходной. Четверг мы играли там в порту. А потом пятница, тоннель, и либо куда-то на гастроли ехали. И так постоянно, 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 постоянно. Мы уже стали потом что-то и города повторяться, и уж... Мы просто устали. Потому что надо было работать еще при этом. Ну, тогда были мы молодые, нам было там что-то по 20 с чем-то лет. Шмалек, здорово. Да, вот, так что была бодрость, было все нормально. Надо так понять. Ты вообще конкретно-то уже, ну, перестал вообще играть. Понимаешь, ты там поигрывал бы, так ты вообще как бы... Вообще, мы просто обрезали этот момент, все, сказали, мы больше не играем. Мы последний раз выступали, это у Пети Селектора на Industrial Secret, на какой-то свиноферме. Там, в Келлозе, не в коровниках. В каком-то ты был там, наверное, там. Я, естественно, был, я жил там рядом. Вот именно, вот, в коровнике, мы последний раз там выступили. И еще раз скажу, потому что еще раз скажу про Женю Беса, он после не приехал, и мы выступали вместе с него в самый прайм тайм. Он был, Бес был. Не был, по-моему. Был. Ты что, я ради него там только, наверное, приехал. Как раз таки видос, где Ситуке, вот я как-то показывал, где Ситуке, короче, рубит, жарит там чемист еще. На той доске. И обрубается генератор, короче. Да, я видел что-то. Это, знаешь, другая была апатия. И вот это... Это был вот как раз-таки Селектор. Бес там был. Там было 5 танцполов. Потом еще техно там танцпол, короче. Да, вроде было 5 танцполов. Да, я не помню. В общем, был танцпол Дарамбейса. Мы там играли 2 часа. Да. И все, это было после нашего выступления. И мы с Андреем просто решили, что больше не будем. Ну, наверное, наверное, был у вас. Я потом ходил еще. Я точно ехал... практически ради беса, и там просто уже полночи, все таки уже отыграл, думал, бля, когда нормально музло начнется, бля, выходит бес, это просто... Кстати, перебью, у нас скоро на канале выйдет большое интервью с Женей Сектукеем, оно буквально вот-вот уже, мы его сняли. Да, я видел. Мы сняли, вот, оно буквально вот-вот появится уже. Не, раньше Сектукей для меня, блядь, был там, ебать, панацея второй, ты че, я вообще там ссался по нему. Панацея. По нему ссался пиздец раньше, блин. Раньше, блин, все такие жарил, блядь, как надо, нахер. Ну, так он еще когда треки вот его выходили, эти мясорубочные, блядь, я когда услышал, ебать, там каждый трек, блядь, какой я их, блядь, любил. А ты лично с ним общался? Конечно. Ну, как он тебе? Да нормально, спокойно, чувак. Ну, мы-то познакомились, ну, как бы, лично мы познакомились вот, когда он вернулся. До этого там мы же, считая, когда уже начал играть, он уже все, как бы, пропал. Да, я тоже знаю всех времен. Ну как Денчик, тебе Сектукей? Да я с ним заочно так был знаком, типа, то есть, ну, я все время, когда вот он, ну, на подъеме был, когда я в Барбаре тусовался, только начинал, там Басикс проходили тусы, вот, и Мэл его звал очень часто, Абсурд там выступал, мы вот с Джеком Абсурдом очень, ну, хорошо так заобщались, закрешились, там еще был Вова, Трескоптикс, Саня тоже, очень много ребят было, которых... К сожалению, сейчас почему-то не слышно. Вот все что-то тусовки из тусовки Басикса, вот кто участвовал там, Chainsaw DJ, вот, ну и вся таки, вот Джека появился. Там Трескоптикс вообще, по-моему, развалилась. Так, а ты вообще как тоже вписался? Сейчас с Димоном пока закончим. Так, ну, вот, приехал сюда, да, занимался сюда... видео этим. Вообще, ну, ничем не занимался. У меня просто была камера, компьютер. А драм-бейс-то как? Вот, попал. И я же говорю, сестра у меня старше была. Она была знакома вот с Кириллом Смейлом. Вот, который Басик устраивал, Вейн, который... Вот, и он делал тогда тусовки. Ну, это какой год был? В Барбаре, 2012, наверное, 13 год. Блин. Мне было 16, по-моему, если не 15. Меня первый раз привела сестра в клуб. Мел там за меня поручился, внизу встретили, типа, да, давай, проходим. И все, я такой, типа, вау. И начал потихонечку ходить там, каждые выходные. А до этого что слушал?
А вот, и мне, я же говорю, сестра все это привезла. Нет, а до этого ты что-то слушал? До этого я слушал с родителями в машине, чай вдвоем и всякую вот эту вот историю там. А ты какого года? 96-го. Ой, блядь. Вот, да, я, то есть, когда тут вся движуха начиналась, я говорю, я в Рыбинске узнал про тоннель, накопал всю инфу, про Казантип узнал, Сенсейшн, там, вот это. Ну, как мне сестра как показала этот мир, там, с музыкой вот с этой офигенной, там, drum and bass, да, дабстеп тогда она мне привезла. Я все, я влюбился и погрузился полностью. И вот когда она мне показала, Басикс тогда делал дабстеп вечеринки еще тоже. Все, я начал туда ходить, что-то там одну тусовку поснимал, вторую, скидываю там Мэлу видосы, там фотки, он такой, вау, классно. И все, я вот так вот и заручился, начал техникой чуть-чуть обрастать. Наверное, года два, если не полтора, я снимал просто бесплатно. То есть я чисто, я понимал, у меня бывало так, такие моменты, что я в четверг уходил из дома и мог просто в воскресенье вечером поздно прийти. То есть я там на учебу, то есть я в четверг, с четверга на пятницу я снимал там где-то, на учебу приехал, там что-то поспал, посидел на парах, поехал еще дальше снимать. В субботу также приехал с утра, на учебу там, там 2-3 пары отсидел, и все, я опять снимать поехал. Приходил только в воскресенье вечером, и все бесплатно снимал. То есть просто на имя себе работал. Ну так там все так и, в принципе, да, начинали. Привет. Анастасия, привет. Ну и в итоге так вот и получилось, что потом по сарафану прошло, потом появились тусовки WhatsApp. Может быть, знаешь, там Макс Зуйорк делал. Они, мы вот с ними очень плотная история у меня развивалась. То есть, наверное, Basics было начало, а вот с WhatsApp у меня очень долгая жизнь была. Не знаю. Да, мы привозили Apache. Вот этот вот ноутверк, вот этот чувак, который... Да, ну, Apache-то я слышал, да, как-то. Что-то как-то резко появился, резко пропал. Да, Trap Killers мы привозили. Там очень много привозов было, и все было в зал ожидания. Очень многие, короче, тусовки были нереальные. И самое, что интересно, на тот момент, ну, как-то так все сложилось, что в основном бухали. То есть вот самое, что странное, что тогда как-то вот, ну, пили-пили, типа, на алкашке, и могли там сутки, двое протусоваться вообще, и были абсолютно, ну, такие в адеквате, все было прекрасно, вот. А сейчас что-то как-то, ну, вот, я смотрю на людей, и как-то так странно, ну, на алкашке не все вывозят, как я понял. Ну, вот, значит, не без этого. Ну, на чем-то другом очень многие вывозят, и вот это для меня странно. Может быть, мне порой кажется, что раньше алкашка лучше была. Ты же вроде тоже, тоже, ну, да, играл, а что бы это играть, ну, перестал? А, ну играть, да нет, я играю иногда, если там, ну, зовут просто. Ну, то есть я начал, у меня вообще знакомство произошло совершенно наоборот. Как у многих бывает, там, на вертаки ставят, да, сначала, там, или винил рассказывают, да. А я начал с контроллера, потом меня поставили за сидюки. А, нет, я начал с винила, вообще. Нет, фу, ты вру. Да, меня научили на контроллере, потом я попробовал на сидюках, и потом я пришел к винилу. Ну, я так же. Я сначала такой, на контроллере, типа, вообще... потом на сидиках, потом на винил. Мне на контроллере меньше всего понравилось. То есть я типа такой, ну... А шляпа полная, потому что... Херня какая-то, типа, что-то тут все за тебя делают. Ну, а сейчас я смотрю на вот этих диджеев, которые там, знаете, типа, а-ля в попсовые клубы ездят вот с этими своими контроллерами маленькими. И такой думаешь, блин, чувак, ты какой-то диджей, типа. Ну да, да пойди ты научи. Ну, камон, блин. А мое... Золотое правило, ты хочешь быть диджеем или ты хочешь казаться диджеем? Если отказаться, вот, вот контроллер это, вот все остальное. Если хочешь быть, то, блядь, ну, чувак, ну, пойди ты научись. Этих сейчас школ хера вот учат, ценник вообще ни о чем, как бы, блядь, этих студий тут просто. Ну, пойди ты нормально научись, как бы. Ну, мне кажется, это надо перерастать просто. То есть, типа, нельзя всю жизнь быть только диджеем. Я считаю, что, ну, вот за себя не могу сказать, потому что это не мое основное, не моя основная сфера деятельности, да. Но я считаю, если человек давно диджеет, да, он все-таки должен, ну, рано или поздно начать писать музыку. Потому что, ну, это смотря сколько время есть. Когда ты это все научишься, тебе надоест, тебе уже будет лет хреново туча. У тебя уже будет жена, ребенок, у тебя как бы будет особо не до музыки. До музыки, по мне... Это ты должен сидеть, писать, да. А не, ой, сегодня пишу, а завтра впадлу, бля, через неделю сел, как, ну, под полная, ну, шляпа. Творческая деятельность, как бы, это, знаешь, это через себя не переступить же, то есть, типа, ни одно такое движка. Так музыка-то не знаю, кто вот именно, как бы, популярные миты, они все, толчуки просыпаются, они херачат, а с самого утра до вечера, блядь. Ну. Как бы добиваться. А так, если для себя, то да, там чисто, знаешь, ты ни на что не рассчитываешь, то можешь там раз в неделю посидеть. Не, если подожди, ты не особо прав, потому что говоришь сами за себя. Угу. Сколько мы брали интервью людей, у многих, кто-то просыпается в 5 утра, чтобы пописать музыку, например, там, до 7 утра, и потом идти на работу. Ну вот, да. Вот и так. Там мало кто людей, прямо кто добиваются. Многие с семьями, у кого есть семья, также пишут музыку и добиваются многого. Возьмем того же самого Common Stage, у которого там ребенок и жена,
Бля, вот ну у него есть скиллуха, как бы он и пишет уже, не он начал писать там не в 35, знаешь, если, например, мне начинать сейчас, мне 35, мне начинать прикинь-то все изучать, все это, сколько лет еще пройдет, а когда ты на энтузиазме, вот с 20 там, лет там, да, со скольки ну, он уже да, там, хер, ну, да. Ты как бы, для него есть, у него уже на скиллухе там, знаешь, как бы. Да, но это никогда не поздно. И когда ты молодой, тебе проще дается, тебе кромозги, ты не идет. Никогда не поздно, мне кажется. Ну, я когда-нибудь... Мечтаю написать свой трек, но это надо времени, пиздец. У меня есть гострайтинг. Трек дерьмовый какой-то. Может, гострайтинг? Может, кто-то напишет за тебя? Да, нахер. В чем прикол? Нет от этого, что будет. А так, когда ты сам, я, блядь, знаешь? Мое. Это надо для себя делать, в первую очередь. Не через палку. На самом деле, это сложно. Нужно заниматься тем, что тебе нравится. Тем, что нравится, да. Мне вообще некогда. Ты что, блин? Две студии, работа, семья, как бы, еще так, какая тут писанина, домой сейчас, и считай, за эту неделю в 6 утра встаю, блин, в 12 ночи домой, тут считай. Ну, как есть. Ну, мы себя, я фотографирую, Денчик снимает, вместе мы делаем блог Speak to Bash. Да, как мы вообще больше, вместе скооперировались, как вы придумали Speak to Bash? Speak to Bash, это... Я уже вам на двоих. Это понятно, вот что приехали, обучали фотографии. Кстати, больше. Еще хотел спросить, а с Илюхой ты вообще как? Илюха рассказывал, что он еще с тобой общался, ты уже здесь фотал. В да, этом, я раз же говорил, 2005 года фотографировал здесь. Илья был-то в Москве. А как вы с ним, с Илюхой познакомились? В интернете. Да. Он сам познакомился с нами, с сайтом drumbase.ru. Вот, а вживую с ним познакомился первый раз, это... Не помню, на какой-то вечеринке. Это был клуб «Зал ожидания». У меня здесь фотки даже есть. Он сам ко мне подошел. Вот, и мы познакомились. Это 2007-2008 год. Не помню. Где-то у меня фотоотчет лежит в нашей группе Speak to Bash ВК с этой вечеринки. Сейчас, типа, знаешь, надо сделать... Фотки сейчас хуяк появятся. Я просто не помню уже. Запись есть, монтировать потом. Понимаешь, столько было событий в этой жизни, что я их вспоминаю, когда открываю фотоотчеты. И только тогда я вспоминаю, где, когда, что это было. И дело в том, что, чтобы это структурировать, я выкладываю сейчас фотоотчеты из тех времен в группе нашей Speak to Bash. И без всякой обработки, все как есть. Любой может зайти, посмотреть и найти себя там, например, 10-летней давности. Даже, может быть, ты себя найдешь где-нибудь тоже. Но я вроде твои фотки, человек, когда старый, ты выкладывал, ну, я там где-то нету. Ты что, я в то время вообще, какой там фото с ним? Блядь, я вообще таким был. Ты можешь был. Случайно где-нибудь попасться в толпе, либо ну, где-то случайно, где-то, да. Может быть, да, так там где-то прямо... вдалеке. Потому что я сейчас фотографии смотрю там 2010 года и вижу всех тех людей, которым познакомился буквально 5 лет назад. Я раньше был ни слова, ни полслова вообще, как бы, такой тихий. Можно так сказать. Втихую залетел в тусы. Не, ну вот я залетел, когда уже я уже все в это уже более-менее как бы одуплять начал. А так как бы, ну, там, чтобы подойти, куда-то познакомиться, знаешь, там попиздеть, там еще никогда в жизни там. Это сейчас там, там здорово, там где-то виделись с тобой 30 лет назад, там что как, там где-то на какой-то тебя тусе видел, блядь. А хочешь я скажу, что основную проблему фотографа? Когда ты, когда ты приходишь на тусу и фотоешь людей, потом ты садишься за фотоотчет, обрабатываешь их, вводят и всех людей их обрабатываешь четко. Потом приходишь на следующую тусу и видишь этих же людей, но при этом ты вроде их как бы не знаешь, ну, вроде как и знаешь. Ты вот подходишь к ним, начинаешь общаться, привет, как дела, потому что думаешь, что ты их знаешь, с ними какие-то знакомые твои. А потом спустя какое-то время ты понимаешь, что это хрен знает кто. А у меня наоборот. Да. А мне у меня вообще, вот так вот всегда мне, было. Мне вообще и я принял то, на тот момент такое важное решение, что я не подхожу к тем людям, пока они сами ко мне не подойдут. Я подхожу тем, кого я точно знаю, кто есть. Вот у меня вот такая вот история, что я тебе говорю, что я когда начал много снимать, вот там, типа, вот 2 года я бесплатно снимал, я не думал, что... Я думал, Питер — это огромный мегаполис, которым как бы, ну, все это необычно. И в итоге получилось так, что я настолько много снимать начал, что я как-то просто шел в метро, я не думал, что это когда-то произойдет. Я шел в метро просто по своим делам на переходе на Восстание. Ко мне подлетает абсолютно незнакомый мне человек, я не помню просто, ну, в череде тусовок ты просто забываешь всех. Ко мне подлетает какой-то абсолютно незнакомый чувак там, компания, и такие: «Йоу, Денчик, привет, а ты помнишь там-то там?» Я такой: «Да, а я понимаю, что я не знаю, кто это». Ну, да, и так сплошь и рядом было. Я такой, типа, ну вот, я, естественно, любезно, как бы, ну, здороваюсь, понимаешь, что, типа, ну, да, они видели меня, но я просто не могу помнить среди всех людей, с которыми я работал, их лично. Такая же. И это очень стандартная Кстати, история. Кстати, Антоха, здорово, пишет:
Сейчас только инфы есть, 100 года хватит на изучение и уже писать на более-менее уровне. Как бы. Ну, по сути, да. Говорю, сейчас с развитием технологий, сейчас же нейросети всякие, вообще все это развивается семимильными шагами. Я говорю, вот я сейчас окунулся немножко в это, и я думаю, страшно представить, что дальше. Кстати, народ, ты можете позвонить по номеру телефона, добавлен под видео и вверху видео. Можете позвонить, передать приветы, пообщаемся. Пообщаться, да, уже в прямом эфире. Welcome. Да. Ну вот с людьми я раньше, например, тоже, мне кажется, идеально память на лица. И раньше вот приходишь, одни и те же рожи. И всегда, ты вот человека не знаешь, знать не знаешь, но мы всегда вот здороваемся, знаешь, да. Смотришь знакомое лицо, он сразу, о, знаешь, здорово, здорово. Вот особенно в юбилейном, когда тусили все эти тусы, мы же вообще там, я ни одну рыбу не пропускал, приходишь, одни и те же как лица. Как был твой первый рейф в юбилейном? Самый первый в жизни вообще в клуб и в рейв попал... Или в юбилейном. В юбилейном Мэйдэй. Вот самая первая туса в моей жизни была, Мэйдэй был. Это в 2003 году. Год. Да, я же говорю, это когда только когда танцполы менялись, да? Я не помню, нет, да. Это когда первый диджей с одной стороны вступает, а второй там с другой стороны. Я помню, что только диско был. Короче, у меня этот чемоданчик, каждый эфир говорю, у меня был, короче, свой, это рейверский этот, как его, чемоданчик. У меня там были все флайера, все билеты. Вот у меня единственного сохранился, потрепанный был вот, с 2003 года, блядь, сохрани его. И не могу, сука, найти, либо родители выкинули ремонта, либо что. У меня там куча флайеров, куча билетов было, там, веер, там, эти очки, короче, понял, чисто тусовочно этот. Ну, походу, блин, выкинули, потому что не могу найти. Не, халата не было, перчатки были. Перчатки были? Были. Распиратор? Свисток? Был, конечно. Свистка не было. Был распиратор, перчатки и эти хуйни. Ломаешь, как торсетится. А, вот эти торсетится, да, еще, да. Ну, ты вообще подготовленный был, да, такой заряженный. Да, я был, ты что, ты с очком еще тем, блядь. Там, я говорю, жили, только все бабки собирали, чтобы поехать туда. Все, что заработал, все туда, все, блядь, только ни одно не пропускали. Это хуя мы ездили, там чуть ли не каждую неделю, если не проходили, блядь, там, ну. И это когда слушаешь рекорд, там такой голос: до рейва осталось 5 дней, до рейва осталось 4 дня. У тебя чем больше, меньше дней, тем больше мандраж ты такой был. Ну да. Да, рекорд был другой, такой, да. Рекорд а у тебя, кстати, тогда какой был первый рейв? Это была пиратская станция, самая первая. Это в каком? 2003 год, февраль. Да, мало Рена юбилейного. 2003 год, пиратская станция, самая первая. А потом уже была вспышка, диджей-парад, восточный удар. И т.д. и т.п. и ВДБ, и все что. И все рейвы, которые вообще были там. Ну да, да. А ты, Дэчик, вообще себе весь маг пропустил, да? 2012 там приехал. Ой, слушай. Уже нихуя не было после 10-го года я уже начал все. Ходить. 7-го даже у меня уже пиздец, мне кажется. Моя первая пиратка в юбилейном была пиратская станция Лов, посвященная Ромео и Джульетте. Это был год, наверное, 2016-й. Если не 17-й. Это уже вообще не то, это все. Да, я попал. Это до этого я попадал на World of Drum and Bass, ходил, и для меня ворды первые прошли. Но это все не то. В А2. Не, ну может быть для них это то, это для нас. Нет, для меня я расстроился, честно. Я офигел, когда попал в юбилей на первый раз. Для меня это было что-то. Когда я просто задумался, ну, так глубоко, что я подумал, вот эта музыка, да, Drum and Bass, которая, ну, не каждый второй знает, грубо говоря. Говоря, да? Хотя в Питере многие знают, потому что это все-таки, ну, столица, да? Это музыки отчасти. И в итоге я офигел, когда вот 10-тысячная арена, ты смотришь, вот заходишь, прям вот там сцена в конце, ты заходишь и видишь, как полная арена людей, просто объединенных одной музыкой. Я никогда не думал, что я увижу такое скопление людей, которые, ну, люди слушают эту музыку. Ну, первое впечатление такое, да. Да, это я навсегда запомнил. Это до мурашек прям вот было. Но все остальные, вот А2, там всякие такие локации, они как-то, ну, не запомнились, они мимо прошли. Пиратка в А2 — это вообще не пиратка по мне. Я вот не понял вообще, это не та сцена, на которую, ну, надо. Ну, мне сейчас нравится, сейчас как-то более-менее культурно, что ли, как-то, знаешь, блин. Ну, когда на World Drum Bass был, считаю, здесь крупных был, мы тогда с женой приехали, и просто смотрю, блядь, все трезвые, ну, блядь, что никто не бухает, на, где вот эти все, блядь, дурачки, блин, как раньше. Раньше приходишь, раньше вообще было бухать можно на танцполе, курить на танцполе, блядь. Может, что угодно. Ты приходишь, там просто, блядь, они такие люди. Других листов не бывает. Там, да, блядь, еще вот такие сферы, такие панки, крутили, херанки, там, да, шмотки, да, да, кирю, там чисто рейв, ты реально они приходишь. Они же готовились, там, это, просто всякие халаты пиздец, блядь, да, был. Там вообще сумасшествие, да, было. Там, там, блядь, 5000 человек с ума сошло, блядь. А это еще было такое рейв, так вспышка, это день рождения Ради Рекорд. Я они был на большой арене, поставили ринг большой, 2003 год, и там был бой между DJ Groove и Децелом. Они одели бойцовские перчатки, и Groove
виделся с Дэтфелом. Серьезно? Да. Это 2003 или 2004 год, не помню. Это не знаю, первый раз слышу. Не слышал я такого? Было, даже где-то есть видос об этом. Ну, Грув победил, вот. А потом дальше продолжался то же самое. Вот это я понимаю рейв, да? Вот это. Либо это колбаса цех 100 голых баб. Только тогда там чувак с этим, блядь, с болгаркой Запорожец распиливает. Либо там просто такая жесть. Была вот большая арена юбилейная, большой такой помост был. И ходили просто ты на первой второй терапии вообще был? Кстати, вот у нас есть на канале видос самый первый терапи сейшн, когда я проходил в клубе Тоннель, привозили Лаймвакс и Тихрича. В общем, что-то мы из этого сбились. Да, где мы там что-то познакомились, правильно? Откуда мы вообще, как мы устроили всю эту движуху? Да. С чего все? Продолжаем дальше. Как ты придумал? В какой момент тебе пришла мысль все это замутить? Потому что у меня мысль изначально. Мне кажется, кто-то все равно когда-то должен был этим заняться, типа интервьюхами. Я могу сказать, слушай, да, меня занималось этим большое количество людей. Это такие люди, как Мозины. И даже Илья Земсков пытался что-то делать там с командой. Незадолго, и у них незадолго до еда Speak to Bash, да, я тоже там участвовал. В опере и назывался что-то. Там Bass Talk. Ну, вот на поток-то поставил. Ты, получается, мы тут тоже что-то делали. Вот как именно. Мы с Бестов-то сняли и накосячили. Понял, знаешь, вы много кто что делал, и в итоге я так понял. Никто ничего не сделал, никто не сможет, не доделал. Я так подумал, почему? Да, займусь этим я. Пускай займусь один. Да пофиг. Буду делать то, что делаю. То, что мне нравится. Я хочу просто передать свой опыт, все свои съемки, то, что я снимал людям, ну, чтобы это не осталось после меня на компе. Начал делать, и тут постепенно начал нарисовываться команда. Первое, я так подумал, мне нужен оператор. Ну, оператор, единственное, я знал хорошо, кто снимает, это Денчик. Потому что он делал лучшие автомувики на тот момент. Да и на сегодняшний момент он делал лучшие. Был, да. Лучше, хотя вот были и другие операторы, но я все-таки выбрал вот него, потому что мне близко по духу, и вообще... Я с ним очень всегда хорошо общался, и он мой, как бы, вот такой, можно сказать, хороший друг. У нас просто интересы сошлись. И интересы сошлись, да, как-то так. И у меня тоже эта мысль витала в голове долгое время. Я тоже, вот буквально там за пару месяцев до того, как ко мне пришел Дима, у меня есть еще где-то даже в сторисах хайлайтс такие, были воспоминания недавно, где мы в опере пытались... пластинки, которые магазин, который с пластинками да, был, магазин, как пластик. Его. Пластик Рекерс, да. Нет, кто держал-то у Зимин. В магазине? Зимин, да. Макс Зимин. Еще там Лёха Юров. Вот, Юров, вот. Мы записывали, Юров. Мы попытались в опере записать первое интервью с Юровым и Ильюшей Time of Night. Вот, мистистом. И в итоге что-то так забраковали, я скинул ему картинку, там все так тоже на коленке было, и мы забили хер вообще на это. Вот, и потом смотрю, ко мне приходит Димон такой, а я реально, я... То есть я инициировал всю эту историю тогда, но я понимал, что мне одному чисто физически без сценария, ну и морально не потянуть. Я забил как-то хрен, похоронил эту историю. У меня была немного другая идея делать это на вечеринках. То есть, грубо говоря, автормувики, у меня появилась идея совмещать с интервью. И пару автормувиков я так и сделал на тот момент. Я еще с Мотор ТВ с Игоряном работал. Вот. И когда Игорян уехал, я совсем один тут остался. Там в основном тусовки снимать, ну как-то так, типа себе. Хотя что-то какое-то тоже отдушину иметь, так чисто в свободное время делать. И приходит ко мне Димон такой вот с этой идеей. Я говорю, ну типа, давай, камон, ну давай попробуем, почему бы нет. И вот до сих пор что-то вот так и пробуем. Да чего, до сих пор много сняли всяких интересных интервью, и у нас большие планы, и вокруг нас уже, могу сказать, нарисовалась уже большая команда. У нас есть сценарист, Никита его зовут, он здесь тоже присутствует в студии, но пока не хочет участвовать в интервью, да, стесняшка. У нас есть еще два оператора, у нас есть раскадровщики, у нас кого только сейчас уже нет. Speak to Bash — это уже большая команда людей, вот, которая буквально благодаря одной идее реализовалась. А я такой человек, я упертый, я буду делать до конца, пока этого не закончу. Ну, понятно. Потому что, знаешь, это цель, и я хочу это передать. На днях, кстати, видел, взяли интервью у этого, у рэпера. Крипа, да, у нас сейчас и хип-хоп, и драм-бейс. Самый прикол, то, что я недавно про него смотрел интервью, есть такой канал, чуваки, короче, у наркоманов типа больше берут. Да, это отец. Олег, отец. Отец Олег, да. Я, короче, ну, отца Олега вообще давно смотрю, как они только появились, блядь. И, ну, короче, ну и про него посмотрел, вот это интервью последний раз, которое... И смотрю, типа, он у вас, короче, был такой влягер, я и так, типа, глянул. А ты знаешь, что Крипа Крип снимался в клипе у Смоки Ди в этом, Hey Bro? Это который последний был? Да, он тоже там снимался.
прикольно. Так что вот. Ну, Денчика, к сожалению, не был на этом интервью, он не участвовал, да. Бля, ну чувак тоже как бы начал бодро, и потом все сгубило, да, вот это, бля, шляпа. Он там с памятью проблемы у него. Я вообще могу сказать, я не буду сейчас говорить всякие инсайды, так что подпишись на канал и следи за новостями. Также у нас все основные новости в телеграм-канале Speak to Bash, также в группе Speak to Bash. Ну, а на ютубе мы выкладываем тоже конечный результат. Так что вот так вот. У нас еще интервью сейчас ближайшее выйдет с Sect2K'ем. До этого мы сняли большущее интервью с Кириллом Каратом из Нейропанка. Да, кстати, а что так долго-то уходит? Или монтируете еще? Дело в том, что мы ездили к Кириллу Карату к нему домой. Это за город, это была зима. Мы жарили там мясо, мы снимали. В общем, была крутая интервью, мы сняли. Но дело в том, что почему так долго? Потому что... Что я могу сказать? Согласовываем обычно. Мы долго согласовываем, потому что мы не выкладываем интервью до тех пор, пока все не будут довольны. Мы делаем тот вариант, вот смотрим ошибки, где-то убираем, что-то добавляем, вот так вот. Ну, кстати, при всем при этом, вот что странно, да, мы же заранее скидываем список вопросов, да, и темы, да, и несмотря на это, вот, да, как ни странно, все равно потом сдаем, и, ну, не все сходится как-то. Ну, понятно, да. Вот это вот странно тоже. Потому что, как говорится, многие люди выступают перед тысячами людей, и они... Что-то музыка очень громкая, не? Так, о! У нас будет рекламная пауза. Да, да, сейчас это, передохнем минут 5-10. Да, так что вот, у нас еще мы долго работаем над звуком, над картинкой, над всем. Ну, вообще, мы на самом деле сильно выросли. Я не знаю, вот ты смотрел, заходил на канал, да? Ну, Димона, я посмотрю. Если посмотреть, просто тупо зайти на первый видос, да? То есть сколько у тебя было, Димон, роликов без меня снято? Я помню, немного. Я помню, мы начали с тобой работать, когда ты пришел ко мне с картинкой Вейна, короче. Вот ты съездил к Вейну, я весь обматерился, и я не знаю, я вот, ну, я пилю просто Димону, я очень сильный вот задрот до техники. Я типа не могу. Я не могу на костылях, то есть что-то делать, типа, знаешь, я очень долго пилил на качество все. То есть, и для меня это было главным. Я всегда Димону говорил, чувак, типа, нельзя так работать. Нельзя снимать абы как, типа, нельзя, тяп-ляп и готово. Говорю, давай сделаем нормально. То есть я вот всегда на это дрочил. И если посмотреть, допустим, первый ролик, да, и последний, то, ну, там можно увидеть колоссальный прирост вообще, в принципе, к монтажу. Ну, монтаж вот Димон прокачался, потому что первые ролики у Димона, типа, тоже... Ну, там, понятно, все приходит с опытом. Да, да. И, ну, у Димона вот он упертый в этом плане. Я бы сам так не смог, вот реально. Я говорю... Я знаю, что я буду биться до конца, пока типа, не сделал то, что я хочу. Так это же хорошо. И в итоге я так думаю, что мы в течение там года создадим двух, вот такую энциклопедию драм-бейса. Помимо у нас интервью, у нас еще будут разные такие вещи, как релизы по годам, а потом события по годам. Ну, это чуть ближе. Смотрите за новостями и подписывайтесь на наши телеграм-каналы и ВК, везде. Я, кстати, тут этот глянул, Therapy Session. Самый первый, да, когда был? Ну вот. 2006 год, наверное. Запись со старой кассеты, да, документалки мы делали. Что-то, ну, что-то гляну. И, короче, я тут охерел, до этого Володя писал, что... LimeWax вообще украинец, он еще на русском базарит. Он на русском заговорил, я такой, чё, блядь, в смысле, блядь, ебать, я деревня ебаная. Да, он на тот момент хорошо, неплохо говорил, сейчас не знаю. Нихера прикол, я вообще не в курсе был. Теперь знай. Подписывайся на наш канал, и ты много еще о чем узнаешь, брат. Обязательно. И не только ты, а подпишись все. А с кем планируете еще заснять? Ближайшее у нас интервью у нас планируется из Дарнбейса, это Ганчин Руин. С Озмой в ближайшее время. Мы сейчас снимаем одно интервью в месяц. Вот. Также у нас идут переговоры с Грязным Рамиросом. Да. Вот, должно было быть уже. Ну, как-то так. Рамирос у нас был. Грязный Рамирос у вас не было. В студии был у нас, в смысле. Был, да? Был. О, круто. Вот да. В Сымжифриане в это... Лобали. И должен был в это, у нас как раз туса была, и он должен был прийти на тусы почитать. И в последний день там дали типа рекламу, что придет Рамирос, блядь. Там мне просто всю Сорвали ночь, где Рамирос, а он не пришел. И всю ночь, где Рамирос, где Рамирос, где Рамирос, где Рамирос. Это просто, ну, левых людей было много, блядь, я говорю, да я ебу. Ну, не пришел, говорю, ну что я, блядь, делаю.
Да, у вас тут на самом деле на студии тоже интересные личности такие появляются иногда. Я так вас смотрю. Какой-то же диджей, по-моему, из Англии или из Германии, транс приезжал, нет? Типа. Бикомплекс, здрасте, что я рассказывал. Бикомплекс, точно. Это Кот оф Сенти выступал с этими. С этими, да. Вот на нем мы хайпанули, мне кажется, больше всех до сих пор вспоминаю. Я фотал ту вечеринку, как раз в Сенти, где-то фотоотчет будет. Лежит на тоже спекту Баша. Он как раз таки сиськи у него были, он так накладные. Сейчас фотка будет, здесь появится. Мы с ним бухали на буденшафт. Ну это, короче, да, необычно. Вот да, вот насколько сильно дает, раскрывает возможности вот в этой сфере что-то делать, да? Ну вот же я же говорю, я интервью-то, короче, вот было, но походу на той флешке надо доставать как-то флешку, блядь. Ну да, надо достать просто. Как раз чтобы Рустема там был, царство небесное, блядь, или у Кристинки спросить. Короче, брала интервью в это Кристинка и Рустем. А Е Кристина или кто? Да, да, да. А, может, у нее какие-то исходники остались, кстати, сегодня напишу ей. Слушай, ну да, да. Короче, обидно было, пиздец. Они смонтировали, потому что Рустем бы некогда все было, некогда. Я думаю, ну ладно, и все. Она так и положила, она так на флешке лежала. Но я помню, что откидывал на ком. Блять, и почему-то нету. Я все папки вчера обыскал, все флешки, все вот это старье, блин. Я еще последний раз я скидывал все на комп. Я думаю, вот надо не забыть, скинуть, типа интервью. Когда-нибудь она пригодится. Блять, не могу найти. А, кстати, погоди, сейчас немножко. Или я их собирался скинуть и не скинул. Минутка немножко, пауза такая. Если у вас есть какие-то старые интервью с разными Дарамбе звездами, то присылайте нам, мы смонтируем и выложим у себя на канале. Зачем они у вас вот будут пылиться на винчестерах, на флешках, где угодно? Мы это просто дадим этому жизнь. Присылайте, мы даже вот из плохого качества сделаем лучше. Недели три бы назад, бы две бы я вспомнил, то, бля, они бы сейчас были бы. Надо у меня одна из спросить. Самых классных фоток на аватарке до сих пор стоит в музее стрит-арта, Рустем фотку как раз. Прям вообще, я тогда так офигел, что он такой просто спонтанно был. Ладно, давайте не будем о грустном. Ну да. Да. Ну, в общем. Так что, были времена, так-то, ну, на самом деле, тоже так что-то прикидываю. Я уже забываю, что и тот у нас был, и этот был. Как бы. Ну, по сути, у нас уже в Питере живет, уже, наверное, все были. Ну так-то. Да. Сейчас заграничных особо никого и не привезти так это. Я до сих пор удивляюсь, как ребята вот привезли и что-то... по народу, так грустно было, что не пришло. Так никто не поверил просто. Да, все подумали, видимо, что да. Ну, я, например, вообще, вот когда Тайм кого-то привозят из Жапухи, я их вообще знать не знаю. Они тоже привезли, я вообще не знаю, кто я это. Тоже Аникс, вот, а с Люкой разговаривали, он там был на том лейбле, там тот писал, там хозяин, там, ну, я не знаю. Вот, я тоже не понимаю, кто это, тоже кто это были. Может, Джампухи в кругах там, как бы, известно, но я то сижу, если это по нырухе, как бы, я даже... Я помню, первый. Как-то Time of Night привезли в оперу чувака после Нового года или перед Новым годом. Который саундтрек GTA 2 делал, там, какой-то... А. Маки Джинни вроде привозили, да, что-то такое? Вроде, нет, что-то там... Ой, я понял, о ком ты говоришь, такой очкарик похож этот. Такой забавный, он еще круто тусовался. Блин, я забыл, как его зовут. Да, он очень известный, но я не знал вообще его, и знать не знал. Но когда мне включили трек, я такой, о, да ладно, это он. Да, он GTA, он еще для этого, для Гай Ричи еще писал. Для Гай Ричи, да, трек делал. Писал. Я такой, типа, фигура. И вот реально, вот так вот судьба, вот вообще в этой индустрии, если ну, начинаешь крутиться, ты такой думаешь, и когда бы я мог подумать в своей жизни, да, что ты вот живя в своем Рыбинске, там сколько там, мне там 10, там 12 лет было, что в итоге все вот это вот, с чем ты занимаешься. Так, я тут тоже недавно охренел, что раньше реклама была, а сейчас даже выходит с этого M-Audio. Магазин-то техники, или M-Video, или M-Audio. Короче, M-Video, там бы M-Audio вроде было. Такое. Тут тоже красная обложка, может, они есть, и там, что половину видосов, половину то, что вы рекламу видели, там, лет 5 назад, там, все без дел, полностью и монтировал, короче, и звук. Я просто охренел. Прикольно. Вообще. Я вообще в шоке был. Он там, короче, такие видосы показывал, то, что, блядь, вообще пиздец, я никогда в жизни не подумал. Ну, знаменитая реклама, которую все знают. Я такой, нихера приколы, блин. А это типа, знаешь, там Колян, блядь, записывал, это там делал, там, блядь, да. Папер что-то делал. Я такой, блядь. Ну, я могу сказать, что Дарамбейс объединяет многих людей. И на самом деле музыка, прикольно. Любая музыка, мне кажется, объединяет. Да, любая, а тем более, когда в этой музыке завязан, либо ты сделаешь видео, либо фото, либо играешь. Это все объединяет. Кстати, я хочу сказать такую тему, когда я был диджеем, у нас была с Андреем Бараном такая фишка, что вот как сейчас играет. Мы начинали с одного джингла, всегда заканчивались тем же джинглом, чем начинали. Этот джингл нам написал это Дима Engage.
Вот, вот это, который сейчас как раз звучит. Там был Баш, Буран, там Эра Сфера. А что за микс играет, кстати? Это мой микс последний, который когда-либо играл. А, да? Да, он называется Баш, это Repeat 17, потому что он звучит всего 17 минут. А это с винила отыграл? Или у Сидюков уже? Да, это уже CD плюс винил был. Там было все подряд. Что вообще по тусовкам расскажете в Питере? Кто-то видел 8 апреля было, будет у Саши, куда там показать, у Саши ДКЛР. Туса его Саши Бёрдсдей очередное. Его я знаю, наверное, тоже лет 20. И очень удивлен, что он до сих пор что-то пытается что-то делать, если честно. Но я могу сказать, что в ближайшее время мы обязательно в течение полугода снимем с ним интервью. Вот, потому что есть ему что сказать, есть что рассказать. С ним было много, масса интересных, замечательных историй. Я даже могу сказать такую историю, что Саша ДКЛР однажды посрался с нами, как с сайтом drumbase.ru. С кем он не посрался, интересно. Вот именно. Ну, потом мы помирились, и так что с Саней у нас прекрасные сейчас отношения и вообще взаимоотношения, все хорошо. Хотя он молодец, такой, такой двигатель культуры. Я всегда думал так, что чем бы человек ни занимался, каким бы он ни был, если он двигает культуру, да пофиг. И все, главное культура. Понятно. Еще хотел спросить про Литотрол. Рассказывай историю, как сгонял на Литотрол, что было интересного. Литотрол — это такой большой фестиваль, когда проходит Чехия. Поближе микрофон. Ага. Поближе микрофон. Литотрол — это большущий фестиваль, который происходит в Чехии очень-очень давно. У них как большой рейв, так и маленькие локальные вечеринки. Вот. Я этот фестиваль посетил в 2019 году. Мы туда поехали с Егором, который изначально это как раз Drumbase, второй СПБ ДНБ. Вот. Мы туда поехали как журналисты. Вписались туда как журналисты. У нас был бесплатный вход. У нас были... Да ладно. А кто вписал вас? Нас туда вписал DJ Bes. В натуре? Да. Вписал он нас туда, вот, мы туда приехали, нам дали полные вездеходы, А он играл там сам? Уже не играл? Нет, его там не было, там был Гидера, там был Колян. Колян. Колян, да, наверное, Коля там был, вот, Коля, кстати, нам подарил там футболки каждому нам с Егором оттуда, ну, фирменного мерча, ну, неважно. У нас был полный вездеход, мы жили там в палатках, тусили целые 5 дней, побывали на всех звездах, пообщались со всеми звездами. Кстати, скоро надо тоже на канале... А где видосы, кстати, есть интервью? Кстати, я хочу сказать, что на канале Speak to Bash скоро выйдет именно такой автор-мувик именно с того самого рейва. Я его как раз сейчас доделываю. Вот, Денчика, к сожалению, тогда не было. Был то, что там получится такой... как мы туда приехали, что мы там делали, как мы там тусили. Вот, будет скоро, в течение там пару месяцев, я думаю. Мы послушали всех топовых звезд. Это было незабываемое ощущение. Это, знаешь, такая тема, когда приезжают туда со всей Европы черные, белые, красные, зеленые, да все люди. И всегда и везде играет драмбейс. Ты даже когда тебе на телефон кто-то звонит, тебе тоже приходит там играть звонок драмбейс. Всегда это было. Ну и, конечно, пиво там, какие-то копейки и полный легалайз, это тоже много что решает. А сколько народу там было в том году, не помнишь? Обычно же всегда же отчет типа делают, типа сколько народу посетило. Я не считал, но там дофига было народу, потому что там было сколько... Основной фест был 3 дня, до феста было еще 3 дня подготовки. Я не знаю, там тысячи людей было. Я тебе до сих пор угораю, как люди говорят, да все, вот я сколько себя помню, столько драмбейс хоронят. Типа все, драмбейс умер, драмбейс хоронят. Тысячи людей было, да что было. И последний Литотрол вроде собрал 25 тысяч человек или 28 тысяч человек, блядь. В день? Я не знаю. Там каждый день приезжали автобусы. Автобусы были до горизонта, потому что многие приезжали просто... Мертвая музыка, драмбейс умер, блядь. Там приезжали просто с Праги, просто люди, там, 10 вечера, там автобусы были до горизонта стояли. Потому что площадка — это заброшенный советский аэродром. Большие взлетные полосы и стоят танцполы. Без, вот тут вопрос задали. Без еще пишет, что да, так Гидра. Гидра, да, конечно.
А лучше послушайте альбом DJ Bess. Это Bess альбом 78 Rus. Это да. У нас, кстати, этот будет альбом, этот компакт-диск разыгрывается скоро в конкурсе, после того, как выйдет видео из SPB Denbay Awards 2005 года. В течение 2-3 месяца еще осталось до выпуска этого. С автографом DJ Bess. Как-то так, да, будет. Вот. По-твоему, почему вы тоже хотели поговорить, что в Европе драм-бейс такой, в России у нас вообще, по поводу тусовок, фестивали, да, и мероприятия. В чем проблема, как думаете? Поддержка. Не, ну в чем проблема? Смотри, если возьмем пиратскую станцию, там образца 2010 года, ну даже 2018 года, и возьмем тут уже Лето Тарол 2018 года. У нас один формат, там другой формат. Возьмем то же самое, как раньше был Рейв и Саунд-Трополис. Помнишь, такие большущие были? Да, знаю. Целая Линэкспо, да, вот. Было. Вот, и возьмем тоже, сам не знаю, Рампейдж, европейский, бельгийский рейв. Это все равно, что сравнивать на Аэропанк в Москве и в Питере. Ну это, да, как сравнится Аэропанк в Москве. Такая же история, да. Что провод, у нас своя атмосфера, у них своя. Но тут не в этом дело, я все-таки считаю. Нет, Дэнчик хотел сказать еще свою версию. Да, я все-таки считаю, что уровень организации немного разный и поддержка немного разная. То есть, допустим, вероятность согласия, это же все согласовывается с администрацией города. Все это как-то поддержка какая-то должна идти. Ну, в принципе, и да. В случае с Россией, да, то есть у нас долгое время, ну вот насколько мне известно, был просто железный занавес. И там, допустим, 90-е, там 2000-е, это все только начиналось, а в Европе уже все это двигалось по полной. Ну, то есть, ну, понятное уже дело. На тот момент, да, были развиты, и уровень мероприятий был, ну, в разы выше. А у нас все только начиналось. И вот сейчас, ну, в связи с последними событиями, все-таки этот железный занавес опять прихлопнулся, к сожалению. Потому что, ну, привести кого-то, это, ну, целая проблема. И я все-таки, ну, вижу, что сейчас маленький такой спад будет в этой сфере, что, к сожалению, мы откатимся назад, нежели чем пойдем вперед. И вот это очень печально, конечно. И долго к этому придется опять идти, восстанавливать. Не, ну почему? Подожди. Но зато сейчас будут местные, свои. У нас Россия. Ну, да. У нас не хуже, чуваки. За столько время воспиталось такое количество продюсеров и музыкантов, но которые дадут фору многим западам. На битпорте посмотри, блин, там чуть ли не каждый третий русский, блин, да, пишет. Та же самая Гидера, те же самые Тедди Киллерс, те же самые, не знаю, Оса Райдерс. Еще как они качают. Фестиваль «Пиратская станция», вот который грядущий будет, да. Посмотрим цены на билеты. Мне кажется, больная тема сейчас. Посмотрим цены на билеты, да, вот согласись. А сколько билет стоит вообще? Билет стоит, не знаю, как сейчас, но на старте стоил 2700, ну, самый дешевый. Вот, и теперь смотри. А там же алкоголь не продают. Они еще разделили, короче, понял, теперь на танцполе одна цена, а на этом другая цена. Ух ты. Прикинь, я сам охерел. Ну, то есть, когда последний «Back to the Jungle» был, там был привоз, и там цена билета, я согласен, оправдана полностью. То есть я бы, если бы был привоз, а не ребята, которых мы каждую неделю буквально там слушаем у себя, да, я бы еще, может быть, да, заплатил такую монету. Но тут, я не спорю, может быть, просто я мало зарабатываю, а не у них дорого. Но даже чисто логически, да, адекватно подумать, платить ценник, который ты платил за ценник с привозом, смысл? Ну, как бы, зашел, ну да, на шоу, ну, там только шоу, да, истинные свет, фанаты, шоу, звук. Да, истинные фанаты на шоу пойдут, им пофиг на привоз. Но, блин, я все-таки... Ну, стоперские тусовки, считай, вот тебе... Вот, да, стоперская туса была, там тоже билеты были не особо-то дешевые. Ну, сколько косарь? Ну, как минимум. Косарь — это нормальная цена, я считаю. Косарь — это стандарт. Ну типа, да. Это не 3000. В наше время было, мы рейвы ходили, 500 рублей был билет стоил. Да, были там 300 был, потом 500. Я за себя скажу, я не помню, сколько стоили билеты. Я точно помню, 500 рублей. Я помню, были они по 300 рублей, потом, ебать, пятихатку, потом 600 рублей. Да, нихера себе дорого. А сейчас, как бы, косарь, в принципе, вообще ни о чем. Да, ну, да. По мне так. Поэтому, ну, да. В этом плане, да. Ну вот сейчас, я говорю, ближайшее мероприятие будет, вот я с Мэлом когда-то начинал на Басиксе, и вот Dark Master будет 25 числа в клубе Factory. Будет проходить на одном танцполе. Приедет, будет Interpoise, Tantrum, Sad 2K, Innerpoise. Ну, в общем, Innerpoise. Много всех, да. И вот приходите, потому что хоть будет и один танцпол, но мы очень рассчитываем, что народ будет дофига и будет жирно. Николь, привет.
Поэтому вот из ближайших, наверное, это самое. Ну, то же самое, как можно сказать, по драм-бейс такая тема, что когда здесь первый был Вуда Бэй, и Сет сказал: ни хрена, как раз у вас вечеринка проходит большущая. Потому что мы привыкли к нашим именам, а они привыкли к своим. Когда они делают у себя там в Лондоне со своими именами, для них это звучит, как мы сделаем со своими. Ну да. Вот. А вот именно все так и происходит. Вот мне, блядь, бесит то, что у нас, сука, визуала нету. Меня вот эти лазеры заебали. Но вот в чем прикол тоже? Сзади монитор, лазеры, все. А что бы ты хотел? Блядь, я бы хотел, например, вот когда сейчас и популярны эти видосы, где там в 3D хотя бы чуваки там какие-то вылазят, там какой-нибудь типа какой-нибудь шоу хотя бы. Уровень, да, кстати, да, хочется что-нибудь прийти и отдать, вот как раньше на пиратскую станцию ходили. Половину люди ходили не за музыки, а чисто шоу посмотреть. Чисто тоже, хочется глянуть шоу, блядь. Поддерживаю. А ты знаешь, почему люди ходили на колбасный цех? Чтобы посмотреть на 100 голых баб. Ну вот, все равно, 100 голых баб. Ну, это в то время своя движуха была. Хочется сейчас именно шоу. То есть на самом деле, я сходил бы на пиратку, если они там реально сделали крутое шоу. Как бы там, я бы и 3 костра дал, если ты придешь, там реально, знаешь, круть была. Вот, на самом деле, последняя была пиратка моя 9-я. Это, наверное, вот самая лучшая 4-я была, и 9-я Инферно. Вот там вот просто реально пиздец. Там звук был просто пиздец, еще было скака. И вот это шоу, когда, блядь, Тиней открывал. Когда вот эти штуки еще такие стояли с глазами, моргали. До сих пор, когда смотришь, блядь, аж как-то, блядь, аж это, ну круто вообще было на самом деле. Ну вот постановка Ромео и Джульетты на День всех влюбленных, это вот был первый фестиваль в СКК, на который пиратская станция попала, я тоже офигел. То есть для меня вот, я говорю, как уже говорили, когда брали интервью у артистов, которые выступали на пиратской станции, они сказали, говорят, это единственный вообще в своем роде такой фестиваль во всем мире, который вот в перерывах между диджеями делают театральные какие-то постановки, это реально необычно выглядит. И ну, из последнего вот, я говорю, Коля, Топер, да, они вот, ну, когда он мне рассказал, приоткрыл завесу тайн, да, они мне показали вот этот вот все стихи, вот эту всю историю, я говорю, блин, классно, но поскольку это был первый раз, когда они пытались это сделать, это только начало, я думаю, дальше это все будет развиваться, ну, хочется что-то интересного, ну, культивироваться как-то все это будет. То же самое, знаешь, типа, че, к Топеру пойдешь, как бы, не обидно, просто... Опять одни и те же лица, почему? Одни и те же сейчас лазеры. Почему? Сейчас у Стопера будет интересный, хороший привоз. Да, хороший привоз будет, хороший будет это шоу. Понятно. Хороший будет продакшн, хороший звук, много что хорошего клубов будет. Не хватает, я еще считаю. Вот хочется... Да. Визуала посмотреть что-нибудь. Хочется не просто музыку. Музыку я ничего нового не слышу. Вот лично я ничего нового не услышу там. Уй, блядь, все играют то же самое. Все тоже, да. Все, что играет Остребов, все будет все то же понятно. Самое, да. В клуб приходишь, а одни и те же люди, понятно. Да и клубы, ну, если я где-то не играю, я и пойду тусить, мне вот хочется, вот, ну, что-то увидеть, как бы, понял? Ну, я говорю, вот взять, да, Тоннеля, допустим, да, сколько там, 5 танцполов было, сколько? 1, 2, 3, 4. Вот, взять сейчас, да, какие-то современные клубы доступные. Ну где вы такой клуб найдете? Где можно было раскидать столько танцполов, да? Ни одного клуба, по сути, нету. То есть я считаю, что еще проблема все-таки и в локациях, в том числе. Ну то есть, да, если и локации. Появлялись какие-то новые клубы, новые пространства. Бланк. Это Бланк тоже, там 3 танцпола можно сделать. Это техноклуб, понимаешь? Ну почему, вот когда было у Тона, вечеринка там же была. Да, и... но все равно, вот, понимаешь, там. Ну шоу самого, шоу. Шоу там не сделать. Это не глобальная площадка какая-то. Это масштабное. У нас что, глобальные площадки масштабные? Это, ну, допустим, да, космонавт, что, Аврора, которая... Уже не делается в космонавте, вообще не помню, почему я сказал. Зал ожидания вообще, забыли. Зал ожидания, вот так он там был сейчас раньше. Ресторан. А, да, там сделали ресторан. Ну, я там просто... ресторан, дворик сделали. Но в космонавте последняя туса была на Рапал как раз перед ковидом, когда ковидная эта тема была. Ну, это было 100 лет назад уже. Да, да. Ну, там да, была биткоин, 2500 там вроде, сколько там, блядь. Там, блядь, про вообще. Ну, в итоге, вот, да, площадок не хватает нормальных, никто не делает. Ласточка сейчас популярная стала. Да, в чем Ласточка? Ласточки тоже 2 танцпола и так, и духотища. И мне тоже, как бы, вот, само построение, как бы, как там все устроено. Не, это понятно, но вот хочется, видите, вот то же самое, пиратская станция, вот, не было, и если вот идти на пиратку, хочется увидеть, как вот этого вот, раньше. Не, ну они не подведут, я уверен, как бы шоу будет на высоте. Не, вот, например, точно будет все круто, потому что Коля работает над этим, и он хочет сделать, так как он олдовый чувак, и он хочет делать все лучше и лучше. Ну, понятно, понятно. И, кстати, открою небольшой секрет, скоро Speak to Bash команда будет снимать большой фильм о драмбейсе из ПБ ДНБ, ну, вот, питерском драмбейсе, где в главной роли будет как раз... Коля Топер. Мы затронем 97-й год до 2023-го. У нас как раз съемки планируются где-то на конец мая,
Вот, а фильм где-то будет, где-то, наверное, к концу года. Будет большой фильм именно о драм-бейсе. Ну, это еще переговоры. Ой, пока. Ты сейчас зовите. Да. А что там Валерия пишет? Вот. Что там по чату у нас? Там, что, да, что там у нас? Активность какая-то бесконечная. Что-то пишут, да. Что пишете? Ребят, задавайте конкретные вопросы, мы точно на них все ответим. Да-да, и можете звонить в прямом эфире. Да, кто не стесняется, звоните. Номер телефона. Кто стесняется, сходите в КБ и звоните. Да. Ни одной тусы вроде не было в салат минусовый. Техно рулит. Хотела бы на кого сходить. Да, ну, короче, блин. Так видно вам? Да, да, так, да, видно, да. Так, о. Тусовки. Да, блин. Надо на какой-то новый уровень это все выводить просто, я считаю. А что ты сделаешь? Ну, вот как? Как вывести? Давайте мы оставим этот вопрос по спромоутам. Пускай профессионалам. Пускай Илья Земсков занимается, Коля Топер и тому подобное. Радиорекорд. Пускай выводит. Мы занимаемся своим делом. Радиорекорд. Мы занимаемся фото, видео и блогами. Илья занимается в радио, играет как диджей. А все остальные пускай не занимаются они. А твоя, кстати, самая лучшая тусовка вообще где-то был, ты прямо вот сходил, кроме Билета Тролла в России. Где? Не, я... Что ты пришел, такой дурак, блядь, вообще. В России прям такая тусовка самая первая, это, конечно, первая пиратская станция. Вот, когда мало арена юбилейного, Голди, и там много этих хич был, по-моему. Смутно помню, это была одна из лучших тусовок. А у тебя, Денчик? Это вот пиратка, которая Ромео и Джульетта, и Time of Night, по-моему, 10-летие или 11-летие, не помню. Это, да, в музее стрит-арта. Это самая, наверное, масштабная вечеринка была. Вот в сердечке до сих пор. У меня на тот момент еще тоже события такие, ну, не очень приятные происходили после. Но сама вечеринка прошла невероятно, и уровень подготовки мы там прям конкретно запарились. Там за сутки монтаж был, проходил. Я там, у меня тоже много ответственности было возложено, и, ну, мы круто справились там. Наверное, и отчетный ролик у меня самый большой был за всю мою историю съемок. Там микрофильм мы сняли, такой маленький короткий метр, наверное, я организовал там на 15 минут ролик был. Просто рассказывается там про то, как это было тяжело. Это было очень тяжело, реально. То есть вот мы там с 10, наверное, с 9 часов утра в день мероприятия там были на месте, уже просто монтаж нереально быстро происходил, так же, как и демонтаж потом. И само мероприятие было очень жирно. То есть сколько было танцполов, артисты, кто был, сколько людей. Это невероятно прям вообще. Вот очень сильно запало в душу. И, ну, хотелось пожелать, наверное, еще таких мероприятий побольше, Time of Night, чтобы все как-то вот в таком русле двигалось, нежели в локальном каком-то. Я считаю, что на самом деле локальные мероприятия, они вообще не такую сильную роль играют. То есть вот когда проводят реальные вечеринки, на них народу больше приходит, чем локальные, поэтому я считаю, локалки — это, ну, не то мероприятие, на котором можно собирать деньги, когда локалки ставят нереальные ценники на билеты. Это, Но это такое, например, мы когда тусы делали, все, что мы бабки собирали, мы все равно сюда все вкладывали, даже вот в ковид, считай, все, что мы вот когда в этом делали у Носикова в клубе, считай, все бабки сюда, вот как раз за эти бабки вот мы комп новый купили, камеры, я еще как раз докупал, блин, по лыжи здесь тоже все меняли, блин, колонки, которые там стоят, кстати, продаются, если кому нужны, обращайтесь. Такие по мелочи, все равно все сюда вкладывалось. Как бы, например, когда мы делаем тусу, это мы как раз делали, нам надо было купить это. Давайте, типа, соберем тусы, соберем бабки, типа, купим, как бы, и, типа, вот так вот. Ну, а что... только ради продвижения. А, ну, да. А там как-то в карман-то там и речи не шло. Какой карман? Главное, ради продвижения, ради культуры всего. Слушай, Илья, а ты вот на фестивалях много где был, какой тебе больше всего понравился? Ну, из последних. Из последних? Ну, за последние 2 года возьмем, 2-3 года. Бля, ну, конечно, этот World Round Base, наверное, был. Это прям В2, который, да, был? Который Time of Night делал, да? Да, делал. Да, тоже жирно было. Там тоже была подготовка такая дикая. Самое обломное было, у нас как раз Малая родилась. И мы первая туса, когда мы уже только вырвались, типа, вместе, там, знаешь, там, на пару часов там, с бабушкой, это, остаться. Я просто охерел, бля, на главном тусполе был такой охеренный звук, бля, я так просто, там, просто все было, там, блядь, каждая тарелочка, все четенько, вообще, так идеально играла, я так кайфул, мы такие, блядь, тусы, такой, блядь, домой, наши ехали такие, блядь, пиздец. А, кстати, а полигон рейв, который был, буквально... А меня не было там, я не помню, где был. Ух ты, много чего потерял. Ну, нет, там были свои, но...
Там, ну там точно чувазики все были. Да, ну и как бы там не ребята были виноваты, там просто так случилось, что незадолго там уже пейнтбольная площадка, как оказалось, была, да. И за сутки до этого собственники, по-моему, или, ну, короче, кто-то, кто имеет отношение к этому помещению, они прожгли покрышки, вот, как нам сказали. Мы об этом узнали в день мероприятия только уже. Мы как раз очень люто подставило, и никто не был готов просто к этому. То есть, если бы об этом предупредили заранее, может быть, и поставили бы там. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знали, что это. Да, да. Если бы я знал, где упаду, я постелил подушку. Никто, блядь, из нас не знал. Да, и как-то так вот грустно получилось, что, да, все чумазики вышли. Но это, ну, по здоровью было опасно, конечно, я считаю. Ну, там фотки прикольные получились. Все рассказывают, что все прикололись, как бы, по этому поводу. Очень много было хейта потом в комментах. Я читал, и очень многие были недовольны. Валерия пишет. Кого-то даже менты приняли, я слышал. По поводу опен-эйров, ну, мы точно от реактора никогда не будет, наверное, опен-эйр. А так и Систа, я не знаю, будет. Систа будет, но это вот летом. Будет так же полигон. Может, в коллабе что-то сделать? Не, я опен-эйр пас, я делать ничего никогда не буду. По поводу опен-эйров, в ближайшее время, что в этом году планируется, точно будет полигон 2, это точно будет. Систа будет, там будет, на Систа будет танцпол Time of Night с драм-бейсом. Ну, а остальное следите за новостями, как говорится. Пока не будем ничего говорить. Не, я организовать опен-эйр больше в жизни никогда не буду. Хватило раньше в пизду. Но геморроя много, вот неблагодарно работаем. Слушай, Илюх, мы с тобой ездили в прошлом году на опен-эйр. Это Sun Spirit, как тебе он? Ну, у нас в целом, как бы, я ехал туда, слава богу, что я ехал оттуда не именно там поиграть, как бы, а именно, что с палатками, потусить это все. Ну, то, что, блядь, сделали танцпол, хер знает где, и мы заебались, как лошади в первый день, блядь, еще в эту жару туда подниматься, мне ноги-то вообще отказывали, блядь, это просто, писать, я туда первый раз поднялся, ебать, я хрен спущусь. И то, что... Ну, так как-то, я не знаю, как-то неоднозначно, и не круто, и не очень, блин. Ну, то, что алкашки, да, хрест им не продавали, если хотя бы предупредили бы, что там тивиганская тусовка будет, то, что люди все худые, людей жалко было, реально, вот мы, вот, реально ходят люди, они все худые, все, у девчонок сисек вообще нету, все худые, там просто ни жопы, ни сиськи, как бы, дети еще с ними, они там, типа, все веганы, короче, понял, но... Такой вот, как бы, хитрый тусовка. Но мы на самом деле прикололись, как бы, знаешь, как бы, ну, другой контингент, как бы, другие люди. И не могу понять, куда не зайдешь, одна и та же музыка, одна вот эта вот, и это, знаешь, ну, сделали бы хотя бы там днем бы там техно, да, вот там поиграли, то чуваки там еще где-нибудь, как бы, то приходишь, у тебя одна вот эта вата, короче, понял, типа там на расслабоне. Все в благовониях у тебя. Ты куда и зайдешь, тебе все благовоние. Систа какая-то вторая получается. Да нет, Sun Spirit. А так, конечно, фестиваль. Да, нормально все, ну, в принципе, понравилось. Ну, Sun Spirit фестиваль. Звук пизда-то вот был наверху, да, звук, да, у них? Да, был хороший, да, отличный. Жалко, что ты играл, конечно, прям там еще солнце светило, вообще. Да. Так я еще пласты с тобой взял, я же говорю, я буду играть с пластов, блядь. Типа, я все, у меня там пластинки, все там, думаю, ну, возьму всякий случай флешки, блин. Я, мне как показали, куда идти. Я такой, идите нахер, тащите. Идите тащить, блядь. А там реально, это же горнолыжный курорт, и там наверх метров 300 подниматься надо было. С пластинками совсем-совсем, плюс 30, это была дичь. А так, не, ну, на самом деле, я люблю, когда организация там тебе парковку дали, там кипяток, там, поесть, там, еще что-нибудь, как бы, знаешь, ну, как бы мелочи, да, там, ну, приятно, да. Мне понравилось, как бы. Райдер запрашивает. А? Когда райдер запрашивает вот мероприятие нормальное, когда ты едешь туда, и тебе такие, так, а что у вас в райдере? Типа, пришлите свой райдер, и ты такой, типа, приходишь потом на вечеринку, и у тебя отдельно, как там на некоторых вечеринках там твое имя лежит, там, и ты такой, типа, как артист. На трехтысячных поиграл, кстати. Там уже трехтысячные сидяки стояли. Кстати, очень удивительно, кто меня охранял. Они просто стояли там где-то в лесу. Ну, единственный в них минус в трехтысячных, блять, меня сейчас бесило, то, что они отсвечивают, и панели вообще не видно было. Ты трек переключаешь, вообще не видно. И там кнопка переделанная. И кнопка, короче, стоит в реверса. Там просто такая блямба. И я ее, короче, два раза цеплял, думаю, блядь, что с треками? Они, короче, цеплял, не знаю, те рукой, но типа трек в обратную сторону играл. Научился в обратку сводить. А короче. Так, короче, ну, я прикололся, ну, трехтысячные, да, как бы. Вот это. Ну, ты бы сейчас поехал на такой фест? Да, конечно, я бы загонял. Я за любой кипиш, кроме голодовки. Бля, прокатиться, но мы, видишь, изначально ехали, как бы, мне похрен было там до игры. Поиграть это как бонус, мы чисто ехали с женой, с палатки, потусить, похавать, покупаться, как бы, там, на людей посмотреть, ну, так чисто. Ну, тем более, там много еще своих было. Да, кстати, знакомых много было там.
Не, на самом деле я люблю такие поездки. Куда-нибудь ломануться, да? Блин. Да-да-да. Как бы что такого? Ты сел, поехал. 300 километров. Развеяться, тем более. Да. Ну, куда, кстати, хорошо ездили. На самом деле, вот если посмотреть, да, из каких-то ближайших фестивалей, таких близких, наверное, к европейским летотроллам, и там, не знаю, вот Tomorrowland, Ultra Music Festival, да, вот есть. И у нас ближайшее, это, наверное, Alpha Future People можно выделить, да, которое было. Вот, кстати, ни разу не было, да, вообще ни разу. Звали, нас звали по уровню организации, вот, ну, да, взять, посмотреть, я не знаю, как, насколько это так, но европейский уровень организации, да, пусть они выезжают за город, да, там все это где-то в лесу, на открытой природе, да, делается. Но у них нет такого, что там прошел дождь, и, короче, начинается месиво. Как у нас на нашествии было когда-то, да, то там приехали люди на фестиваль, там просто пошел дождь, и все залило нахер. И типа и все в говне в этом ходят, как хотят крутиться. Ну, я в Европе не видел такого, чтобы уровень организации был настолько пофиг, что они поставили сцену. Ну, в этом в Екатеринбурге было же такое на механике. Да, ебашил, кстати, там про механику в комментах сейчас пишут, да? В чате, да, что-то про механику писали, я тоже почитал, что сейчас будет механика, и там будет танцпол drum and bass. Да, да, ну механика есть, кстати, я в этом году не вписался туда, на механику. Будет, где будет механика? Екатеринбург. А, это... И вот, там тоже как-то был этот, дождь ебанул. Грязища, люди в грязи, и играл, короче, Строганов. Строганов высказывался: блять, что за рейверы, да. Типа, ебаши такой хардкор, ну и что, что, типа, что дождик там пошел, типа, знаешь, типа, хуля, народ, типа, не тот, там, я там, вкидываю трек, а все стоят, типа, там люди, фотки смотришь, там люди, да, вот такие, там, знаешь, под этим дождем, короче, стоят уже, там, замерзли половину, там же, в шортах же пришел, наверное, билета было, блин. И там просто грязище, месиво просто лютое, короче, было. Ну вот, да, я и говорю, что вот Alpha Future People была ближайшая, наверное, вечеринка, такое мероприятие, которое, ну, где-то около, да, европейского уровня, но они первый год, я знаю, вообще еле-еле в ноль выходили. То есть там уровень организации был сейчас совсем... А самая худшая туса, какая вот, с которой ты, блядь, так думаешь, блядь, лучше бы я не ходил туда, там, знаешь, как бы... Наверное, каждая вторая локальная. Ну, слушай, сейчас я даже не знаю, что здесь сказать. Сейчас я хожу на тусы только там, где я работаю. Такая же херня. Больше нет. Так просто я бы никуда не пошел. Ну, кроме тоновских вечеринок, само собой. Ну, тоновские, понятно. Вот, а так... Ну, там пиратская станция, может, какой-нибудь опен-эйр был, который такой, бля... Варды у меня вот во два были, не, которые таких я ходил. Не, вот не те, которые... Куда? Варды, которые... Time. Слушай, знаешь, что? Я вот один скажу, что это с годами все плохое забывается, только помнится хорошее. Да. Может быть, и были такие тусы, которые, знаешь, где-то накидывался и думал, бля, нахера это я пошел. Вот у меня имеется такая. Вот, но прямо вот самых худших не помню. Я стараюсь ходить туда, где знаю, что мне точно понравится. И тем более я хожу туда, где там мои друзья, где знакомые. Не, у меня была пиратская станция такая, шестая вроде бы, я не помню, или седьмая. Соркус, по-моему, была. Вот, да, пиратская станция Соркус в А2 была, я помню. И там, мне она не зашла. Не, там шестой год или седьмой какой-то был. Короче, самый прикол, прикинь. Брат отдыхал в Ростове, ну, домой ездил. Приехал обратно и познакомился с таможенницами. Там... Девчонки там, может, там просто, я тебе говорю, вот такие. Вообще, мы, короче, приходим, у меня билеты все, делюксы куплены, пиратская станция. Мы приходим в кафеху, там, с ними в кафехе тусуем, они сняли отель, девчонки, его там, отель Москва, там, все дела, там, и, короче, при бабле, пиздец. Там вообще все ровно, просто сидишь шикарно, шикарные девчонки, и они, короче, типа, мы на пиратской, они, типа, нахер пиратка, погнали, типа, дальше, там, к нам в отель, там, все дела, сейчас, ну, типа, того. Я, нет, блядь, типа... На пиратку вся херня. Звонят их там какие-то кореша. Говорят, типа, можете нам билеты продать? Мы, короче, готовы. Я билеты покупал за 2,5, что ли, тысячи делюксов. Типа, мы готовы по пятерке за каждую взять. Типа, вот там десятка. Я такой думаю, блядь, нет, нихуя. Короче, я просто прихожу на пиратку, и там такая хуйня. Во-первых, кстати, я вспомнил. Одно старье, блядь, играло, блядь. Звука не было совсем. Где-то мне даже есть видос ВКонтакте. Вот здесь колонка, и мы просто с чуваками разговариваем. Я говорю, блядь, где звук? Где, блядь, ебаный звук? Звука нет. Треки говно там играли, просто старье одно, которое, блядь, вот я нового ничего не услышал. Я такой расстроен, думаю, блядь, прикинь, мы как мы в то время, там, 2006 год, на эту десятку могли бы там покутить, короче, оторваться, блядь, на эту херню променял. Я злой как собака, блядь, ушел просто оттуда, блядь. Кстати, я вспомнил худшую вечеринку в своей жизни, которая была, это где-то года 3 назад. Это
или сколько лет назад, это пиратская станция «Джангл» в юбилейном. «Джангл» — это мы тоже туда пришли, но я хорошо, что я туда пришел бесплатно. Звук хреновый, вокруг куча ГПТ, какие-то обдолбанные, бухать там было нельзя, но все что-то под солями, не знаю, чем там были. Я там был часа два, наверное, посмотрел пару шоу и ушел. А там вообще не было, ну, которые... Дичь какая-то это была моя это последняя. Была худшая пиратская станция вообще моей жизни. Вообще, худшая вечеринка, я могу сказать. Если подумать так вот, да, вот взять, да, Крым, вот который вроде как наш, да, многие говорят. И когда была пиратская станция, там проводилась в на Оленевке. Тарханкуте, да, в Оленевке. Я все слышал, там народ выебывался по поводу тухляк, музыки. Тухляк. Не знаю. Я просто, понимаешь, там есть масштабы и есть куда размахнуться. То есть это открытая местность, это тепло, это лето, погодные условия, море рядом, пожалуйста. Делаю ОПНР, делаю охреневший рейв просто с офигевшими чеками. Они что сделали? Они а тебе сделали... ничего не понравилось там? Мне вообще ничего не понравилось. Они... Слушай, а мне все зашло. Там привоз, по-моему, никакого привоза особо не было. Они сделали локальный привоз. Это вот та, которая не последняя, которая была, а предпоследняя, когда я ездил туда. И мне не понравился ни звук, ни привоз. Как бы все одно и то же. И сам масштаб мероприятия, как будто, знаешь, это не пиратская станция, а что-то такое, типа, знаешь, местное, ну, такое, локальненькое. Да, там билеты загнули, ценник вообще какой-то, тоже нереально, но мы туда на халяву попали. Но сам факт того, что возможность сделать реально нормальную тусовку была, они из этого сделали какой-то колхозный... Ну, я слышал, что вечеринку. Там, типа, диджиков, бля, хейтили. Да. Прям, на танцполе. Там еще, помню, Паперклип что-то писал, типа, кто там или бутылки кидал, типа, лидю, там, да, укол, и, короче, там, да, на диджиков, типа, идите нахуй, там, видел. Типа, я такое. Было, было. Я назад там фотал, вот именно вот, на мысли. Я сам не в курсе, но я... Были же. Я с тобой там и виделся, да. Как мы с тобой там не виделись? Мы с тобой списывались, ты а, там списывались, был, да, но мы был так там, и да. не увиделись, да, как-то мельком ты там пробыл, а мы там всю ночь не, были. Нет, я всю ночь отфотал и ушел. Ну, мне, короче, вот не понравилось. До 4 я там был. У нас прям, типа, вот я был удивлен, что возможности огромные, а их как бы, ну, не расценивают. Мы с тобой разные когда там были. Может быть. Да, вот, разные. Если бы мне... мы были в один и тот же год, мы по-любому увиделись. Мне очень интересно, куда сейчас будет. Я слышал про Казантип, бывший, вот в Крыму, который. Там же Зимине одно время, да, двигалось тоже. Ну, от Z-City. Да, Z-City. И там же их прикрыли сейчас, по-моему, Москву-то, которая я вот не была. Знаю. Ну, в том году, да, там да, проблемы там у них были. Целый, не было. Да, ну, там это ковидная шляпа была, вот это всякое вот это вот. Они сделали из тусовочного, реально для взрослых курорта, они сделали, грубо говоря, ну, как пансионат. Туда пройти теперь может любая семья ночью с детьми, пожалуйста. Вот я... Бля, раньше всю жизнь мечтал на Казати попасть. Так я тоже, да. А ты когда-нибудь там не был? Ну, вот то есть, во что они превратили, это, конечно, ну, беда. Когда ты приходишь, и вроде как это взрослые мероприятия, но не должно быть там детей. Они туда накидали детских развлекаловок каких-то, как бы, ну, вечеринки уже не те, да, то есть они что-то попробовали. Но я слышал, что они планируют до какой-то там Евпатории. Они хотят по береговой линии. Вот до момента, пока все это прикрыли, были разговоры, что они хотят по береговой линии все до Евпатории протянуть так, и это будет тусовочный центр. Да, извиняемся за мат. Да, и в итоге, вот, не знаю, сейчас, видимо, так все и покрылось, это все плесенью и похерилось, и так жалко тоже, то есть, ну, был целый плацдарм для развития. Ну, тоже все когда-то невечно заканчивается, что. И... Ну, а то же самое, как этот Global Gathering, да? Помните, был? Меня вообще кайфовал там Global Gathering. Global Gathering, да. Потом такой, да, тоже раз, и все. Ну, вот я как тоже сказал прикрыли про занавес, про железный, что... Все как-то вот так накрылось медным тазом постепенно, и так обидно, вроде как расти начинали, развиваться, что-то происходило. Ну, может, сейчас что-то и замутят. Ну, надеюсь, может, надеюсь. Что-то. Скорее всего, все будет, так что это, не но опускай не руки, да. Ну, не сразу. Главное, чтобы вообще хоть что-то происходило, а на месте не стояло. Потому пока что тут, блин, посмотришь по городам, да, вот, вот то же самое, как раз Илюха обсуждали, что почему все драунбейс и типа питерская... Движуха. Потому что, ну, по сути, у нас остались города Москва, Екатеринбург, все, Череповец. Питер. Череповец еще. Я где-то что-то что делаю. Да. Ну, там, но ребята оттуда, вот Two Wells, допустим, они очень... Ну, в смысле, тусовки. Они тусовки-то Вологда делают. Да, Вологда. Ну. Вот Казань там еще сейчас вроде как что-то темелькать стало там. Там Стимпи что-то делают еще. А Нейропанк сейчас, кстати, поедет по городам. Вот. 8 городов будет? Да, я слышал, да. По городам Нейропанк поедет. А, у них да, Казань будет, как да раз, Нижний Новгород, еще там сейчас, там, да. Ну, вот Нейропанк, а так и...
локальные-то тусовки-то никто не делает, нигде ничего нету. В Ростове, например, вообще Глумак там, ну, все нигде. В других-то маленьких городах тоже, ну, все. Не, ну, ребята наши вот начали, допустим, ездить по, ну, по региону. Вот буквально, допустим, перед Новым годом вот от Time of Night ребята сгоняли там. Ну, это опять же Илюха мутил. Да, но они... Ну, опять же, это не там не местные, которые, ну, будут, это, а, блядь. А все наши местные делают, но. Да. Но понимаешь, организуют как бы. Все равно местные там ребята. То есть вот их звали. Это понятно, но ребята. Опять же, там онлайн. А если, например, какой-то тоже самом Липецке, вот чувак тоже звонил как-то в том году, типа хотел тусу сделать. Вот он по Липецку походил, говорит, все бабки были. В один клуб, в другой клуб, сказал, драл он бейс, типа, иди нахуй. Ну, у нас это понятно. У чувака бюджет был, блин. Готов он был, ну, как он говорил, типа 150 тысяч на всю движуху. У нас не Англия, к сожалению, в которой даже бабули слушают drum and bass. Что-то мы отвлеклись, на самом деле, от основной темы. Да, да, да. У нас была основная тема. Реакторы Speak to Bash. Вот почему мы сидим, собрались. А, да, кстати, спрашивайте, если что. Чего спрашивать-то? Что спрашивать? Что интересно? Мы и так все про тебя знаем. Тем более. А кто не знает, тот может почитать просто где-нибудь в интернете об этом. А есть какие-нибудь планы по развитию? Что по развитию, да, студии? Да, куда-нибудь реактор собирается отсюда переезжать? Нет. Нет. Ну, я же говорю, по поводу помещения, тяжело помещение где найти под нас, как оно нам устраивает. Нет таких помещений. А так, что, в принципе, да ничего не готовимся. Камеры обновлять собираюсь, наконец-таки. Надо уже все камеры обновить, весь свет доделать. Вот эту кухню всю туда переместить. То, что мы говорим, чтобы картинку получше отдельно сделать, это полностью все. Школой занимаемся потихоньку. Так что. А кстати, а вот у Time of Night школа тоже была не в курсе, они сейчас все еще продолжают. Да, школа есть, только диджейнг учит. Сейчас же диджей Полина у нас. Как-то там все так тихо прошло. Там это Баздила учит. Года два, кстати, такой бум был на эти диджей школы пошел. Что-то Time of Night школу открыл. Ну да, мы все пробовали, все пробовали. Так сразу же залетели в эту индустрию, и вы все, и что-то как-то. Отучили, знаешь, отучили, купили камеры. Сейчас закончится бабло, поэтому начнется опять. Да нет, нет. Не, у нас-то, в принципе, более-менее еще пока держимся. Ну, а сейчас объединились уже с это, в бункере. Так что у нас сейчас вообще другая кухня все пойдет. Что есть, то есть, да. Ну, кстати, на самом деле, вот трансляция. Этого не хватает очень сильно, что почему-то все так, ну, ответвленно пытаются двигаться, и мало кто, ну, соглашается совместно что-то двигать, то есть развивать. Ну, крайне редко я слышал, что какая-то промо-группа, ну, сейчас почаще стало, но раньше почему-то вот отдельно промо-группа делает только свою вечеринку, они не пытаются привлечь какие-то другие, ну, промо-группы. Да, да, это да. Вот странно для меня было. Потому что вроде как все в одной чаше варимся, да, все одно делаем, а, ну, все равно но как-то все так, ну... Да не, ну, мне кажется, все равно драмбэйси, считай, у нас все играют на всех тусах, и с той тусовки, и с этой тусовки. Это раньше там это было, знаешь, типа, там угнать, там угнать, типа, реактор, реактор. Драмбэйс — это тот же самый Дом-2. Тут столько, на самом деле, разногласий. И прежде чем, я могу сказать, прежде чем мы, когда делаем интервью, организуем интервью, я у всех спрашиваю, вот у тебя есть с тем-то разногласия, есть ли с тем-то? И потому что, на самом деле, у многих, у кого есть какие-то конфликты, и многие, ну, не хотят видеть конфликты, друг друга с собой. Это конфликты тоже, когда там еще туннель, блядь, был, там еще, ну, хер знает, неважно, когда, но они как есть. Бы. Ну, есть, да, да, но у нас тоже есть конфликты. Слушай, ладно, Илья, такой вопрос тебе вот по поводу Speak to Bash. Как ты думаешь, кого бы ты хотел увидеть на наших интервью? Хрен знаю, я так про почти всех знаю. Не, ну вот так вот, смотри, мы еще планируем онлайн интервью делать с иностранцами. Ну, это в ближайшем будущем. С иностранцами? Да? Ну, блин, Мэфис какой-нибудь, я не знаю. С кем? С Мэфисом, с Амосом. Да, это бы было интересно, согласен. Да, с этим интересно. Мэфис, конечно. А с, ну, те российскими артистами? Да мне тяжело сказать, потому что я так, видишь, половину всех знаю, как бы, по сути. Как бы, я даже не знаю, ну, новое ничего не знаю. Если будете вы так же рассказывать, типа, кто не откуда они, чем они занимались, да, в школе, там родились, да, типа того, как бы, то да. А так-то, ну, появился тогда, начал там играть, так, я и так-то, в принципе, знаю такие моменты. Ну, да-да-да, в чем мне? Ну да, инфа-то открытая, если здесь. С кем мне интересно интервью, так я и так со всеми общаюсь. С кем интересно, мы видимся, блин, раз в неделю стабильно с кем-нибудь, блин, либо где на тусах, как бы.
Я даже не могу так, ну, честно сказать. Надо спрашивать, и кто не в движухе, не в тусовке, не из диджеев тогда спрашивает, надо спрашивать, то он тупо на тусы ходит. Ну вот смотри, мы снимали интервью с Сектой 7. Тусовщиков, вот, тусовщиков надо спрашивать. У него вообще да, никогда кстати, не хорошо. Было никаких интервью больших, никогда. У кого? Сектукей, Жени. Сектукей, да. Ну, да. Ну вот да, Джеку, вот. Да, было интересно послушать. Вот. Интересно, куда вот он пропал, что произошло, что случилось. Вот интересно. Ты скоро видишь выпуск, еще, да. Ты все там а увидишь. А там будет? Нет. Нет, не особо, будет. Не, да, особо мы, не будет. Мы да. решили, да, не делать. Не акцентировать на это. Тогда я буду спрашивать. Я просто его хотел, говорю, Жека, давай типа к нам, говорит, а я, говорит, уже типа дал интервью, типа два через пару месяцев, говорю, ну окей. Да, когда он там очередной EP напишет. Да. Просто, ну, тусовщиков, вот. Да, ты согласен, что надо у тусовщиков спрашивать. Общаться. Надо их мнение, потому что, ну, или можно попробовать. То же самое, какая каких-то. Будет сейчас туса, ну, крупная, сделайте так же флайера, пускай не галочки, как сделать, ну, приколитесь. Как это, да. Кого бы хотели бы спросить, и сделайте список ваших там кандидатов. Было бы, да. Подумаем об этом, хорошо? На самом деле прикольно, знаешь, как раньше. А тем более, знаешь, это хрень подделаешь, это не накручишь, эти просмотры вот, и все такое. Так вот, я про то же. Потому что они как будут. Вот, и я про то же. Блин, кайфовый трек, вообще обожаю его. Это твой? Это нет, твой микс играет? Чувак украинец, Болниченко. Вот сейчас у людей надо спросить, люди, кого бы вы хотели бы, чтобы они интервью взяли? Веселый трек. Угу. Что чуть ли не как на любой. На любой может нюху отбомбить при наличии ресурсов в виде билетов Банка России. А, ну да, Макс пишет, что пиратка в Крыму это как еженедельно локалка Factory. Вот, да, я про это и говорю, что оно реально абсолютно без энтузиазма как-то было устроено, и я не понял вот этого подхода. Че? Сейчас. Эх, ну что, народ, наверное, будем закругляться. Что-то в этот раз звонков мало. Ну, мне кажется, то, что еще с интернета проблемы были. Да, потому что народ мы сделали много постов, зашел. Репостов, и потом все пропало. Есть еще какие-нибудь вопросы? Звоните, пишите. У вас буквально есть 5 минут. Потом мы с вами прощаемся. Я думаю, что вот это видео, оно никуда не пропадет. Мы его смонтируем и выложим у себя на канале. Более урезанной версией, более обрезанными там диалогами, где будет более все динамичней и интересней. Ну да. А Илюху мы уже, наверное, когда-нибудь в обозримом будущем у нас увидим. Да, Илюху, наверное, да, позовем как-нибудь к себе. Звоните, пишите. А что звонить-то? Вот ты здесь. Звоните, пишите. Да. Так что как-то так. Спасибо вам, что пришли, уделили время. Спасибо, что обычно, позвал. Спасибо, что позвал. Так что вот это был Speak to Bash, Илья Пластик. С почином нас получается. Да, да. Плацкаст. Да, Speak to Bash — это не только я, Дима Баш, это также Денис. Вот. Мы вдвоем делаем всю движуху. Так что помимо нас еще есть другая команда большущая. Вот. Но основное — это мы вдвоем. Я Дима Баш, это был Speak to Bash.